Я не нашла твои стаканы. Ой, смотрите. Все начались. Алло, қабылдан мұнай жатырмыз. Айт, мен тамар. Демек ол қабыл не тұрфеді. Біз сен сөзін не микрофон құсын тұр. Біз. Әлі басталды ма? Жәлі бесмен төрт мүмкін барайын. Аға. Аға, қазы басталады. Аға, жақсы, жақсы. Сәлемасыздар ба? Сәлемесіздер, қазы басталады. Сәлемесіздер ма, кешшары. Кешшары, қалдарым қалай. Қалдарым қалай. Мен көрінші, нан басам е? Мен деп болу басам. Болды. Сәлемесіздер, Айдана ханым. Аллаға шүкір. Неге ашылмайды, Али? Мына ой, видео неге ашылмайды? Айдана, менде очередке қойып қойыңызшы. Қасқа ұрттым. Е? Қасай берсек болады негізі? Менде очередке қойып қойыңызшы, қатты ұрттым. Вопростарым бар еді. Қазір. Ауыратын бизнес болды негіз. Жақсы келіп жатырқ. Аға, қазір. Сейчас. Я базу найду, подождите. Сәлем асыстыр ма, баршаңызға. Сәлем асыстыр ма. Қалдарыңыз болай. Кеш шар. Айдана, саламатсыз ба, қалайсыз? Сәлеметсіз бе, бәрі Аллаға шүкір жақсы. Қаз сөйлесеміз, екі мүмкін бар, мен базын ашатырмын. Айдана, саламатсыз. Айдана, саламатсыз. Айдана, саламатсыз. Айдана, саламатсыз.
Сәлеметсіздер ме? Барлықтарыңызға қош келдіңіз. Қалдарыңыз қалай? Сәлемет. Алла. Гүлназита тегепті ме? Сәлеметсіздер ме? Аға, мен бармын. Андай, руку поднять деп қойсаңыздар, ана знакты мен сіздерді шерке қоясам. Не вот так руку поднял, а вот в этом. Аха, да, нажамал тате дұрыс қой. Да, да. Да, да, да. Мереке қалай емес? А, неден? Неден? Мынадан, системадан. Телефоннан смайлик сияқты тұр ғой, неке? Я сразу выключу. Я нашла базу наконец-то. Сейчас, секундочку. Слава отрежешь. Слава отрежешь. Норма? Босу тут, все, кеток, начинай. Начинай. Поставимос. А ты нашла базу сразу? Секунденьки, где шумно было. Я мост на шумно. Все. Все, и так разрешить. Все, всем разрешила. Так, первая сулита Зайра Тате, она зашла. Так, по базе откроем. Зайра Абдрахманова. Она инвалид первой группы, болеет очень долго, больше с 90-х лет. А занимается она уже больше месяца. Брайда Насты. Бірінші аптада ұйқысы дұрсталды, энергия пайда болды, настроение, аппетит оянды, стандартные жалобы болды, қолпыстыру, ол қалес қалды ұтқанады, ұтқанды дәрі ішпейді. Так, микрофондар дөшірек бәрімізе? Бәріміз сөйлесіп. Мына, мен қажды адамда разбирайсыз ватырмыз қараңызды, да? Я выключу звук всем. Ага, на каком вопрос задаёсы, на таком я отвечаю. Если вопрос задали на русском языке, я отвечаю на русском. Если вопрос задали на казахском языке, я отвечаю на казахском. Всем понятно, да? А потом, у нее уже на третьей неделе улучшение было, все хорошо. Потом у нее на четвертой неделе классический случай. Мы обнаружили стрептококковую инфекцию из горла. То есть есть кандайбр, не классический нарсик, кортранжохман зайрататиде. Так, на третьей неделе у нее улучшение сна на 100%, с коляски может двигать, уже начала, энергии более меньше, и опуханий меньше было, то есть воспалительный процесс снижался, и на 5 килограмм она похудела. Это было на третьей неделе. На четвертой неделе мы нашли инфекцию, да, инфекцию стрептококковой инфекции. Я ей сказала полечиться по системе, ну, не нам видео маркала, видео на карасан, спрятаться, не знаю, кто дебает там. Не за бицилин, да, ол чувствительный, был трон, он пиагин из стрептококка. Аптасна, их бицилин, ермабрган, бред бицилин саса, жақсы болады деген ойдамын негізінен, ол кісіге сондай не бердім. Ну, банаға, классикалық менің видеомда қалай айтылған, солай жасаңыз деп айтқам. Енді көрек, енді негізі Зайра Татеде уже екінші айға кетті, у нее должен быть чуть-чуть осложнение на самом деле. Ал енді тыңдайық. Үш күн болды, тұра алмай жатырым. Вообще тұра алмадым, таңертен. Мені қолдарымнан да қатып қалды, мына қолым қатып қалды, кеудем, как будто тракторымнан екала, видимо, бронхит па, не ма бірдеме. А, бронхит. Сұрай тұрыңыз, біз как инфекция нашли, вы бицилин салдыңызды салған жоқсы? Жоқ, бицилинді бүгін вот только привезла. 1 200 000. Видите, почему я говорю на четвертой неделе начать лечение инфекции? Вы поняли, почему я говорю на четвертой неделе? То есть у меня система прям системой. На четвертой неделе у вас должно было быть осложнение. На четвертой неделе мы нашли инфекцию, вы должны были сразу проколоть инфекцию, да, то есть... Ну, принять решение, да, я же за вас не буду принимать решение. Проколоть, и у вас бы не было тогда обострения. Ну, из-за того, что вы задержали время, уже у вас идет обострение. Сейчас, Инда, все по классике делаете. Инда, бірінші күндерімен таппадым, ана инфекционализді, одан кейін мен түсінбедім кішкене, ан жерден сұрап, мен жерден сұрап, қанша, қандай доза деп, одан кейін барып, сіз маған не жібердіңіз? Неден, ватсаптан, мынау деп. Содан кейін іздедім, тауып әкелдім оны. Сосын менің тағы бір түсінбей тұрғаным, анау орал пробиотик бар ғой, орал биотик, соларей. Соның миллион түрі бар, түсінбейім.
А вы же жасрах, жалоб перейм, я хазарбернске не паранус. Баранчиден сиз, енді білмейм, видеода бәрін шайнап берген менде бар ғой, шайнап берген бар ғой 45 минуттық видеода. Оқыдым вроде, бәрібір сомнение бар. Енді сомнение всегда болады, это нормально. При том, что к врачам как-то обращаться, извините меня, в наше время, ну, как вы обращаетесь, как результат болмай жатады, енді олар бицилинмен бұрнан берген дейді бәрі, стрептококты бар ғой, это бозна айтуы, это Советский Союздан келе жатқан нәрсе, просто сіз оны четко салу керексіз. Енді мен сізге айтарым, біріншіден, мында үлкен бір вопрос бар, біреуі, убрать ли миндалины теперь вам, вообще, в будущем? Менде жоқ, мен тамағыма ұрмайды. Иә, мен тамағыма жоқ. Тамаққа ұрмайды, менде вообще, бронхит астма у меня. А, бронхит астма уже спустилась, да? А, все тогда. Тогда не надо было срак сонда перегнез. А, енді екінші срак, орал бізге туралы срак. Өте көп түрлері бар. Ең эффективный түрі ол бана солары деген түрі. Негізі просто көп количество керек, да, бізге саны көп керек. Сіз санын қарасаңыз 1 миллиард деп тұрады. 1 миллиард ол өте аз. Негізі дозировка 5 миллиард күніне, 1-5 миллиард болса, кешке 1-5 миллиард ол жақсы дозировка. Ал 1 миллиард дозировка ол аз болады. Сізде инфекция көп қой колониялар. Ал ананы сіз 1 миллиард сорсаңыз ешқандай не болмайды да. Сосын көп сұрақ қояды. Айдана, сен қазір солары сорасың ба, шөп ішесің ба деп. Жоқ, қараңыз. Былай, қазір сіздің иммунитет өте нашар. Иә, нейтрофилдарыңыз дейікші, иммунитет деген көп нәрсе ғой. Почти весь организм — это наш иммунитет, да? Вся кожа — это наш иммунитет. Алдай орсан, нейтрофилдар мысалы. Нейтрофилдар строго бактериямен күресетін қандағы бөлшек. Қандағы, иә? Қараңыз, сіздің қазір бактерия мөлшері өте көп. Сондықтан сіздің нейтрофилдарыңыз онымен күресе алмайды. Біз уақытша, пока уақытша басу керекпіз, да? Бицилинмен, шөппен банағы басу керекпіз инфекцияны. Сосын барып мына иммунитет нағыз стрессустойчивый болғанда ол өзі жеңіп кетеді. Менің қазір иммунитетім өзі ұстап тұр да ананы. Өзі ұстап тұр. Бірақ ол инфекция мүлдем жоғалып кетпейді. Сіз өмір бақи енді өзіңізде ол инфекцияны сақтайсыз. Біз тек қана оның саны және иммунный ответті дұрыстаумен шұғылданамыз. Бұрында менде ана стрептокок мені өлтіре жаздады ғой. Ал қазір ол менде бар, аз мөлшерде бар, бірақ мені өлтіріп жатқан жоқ. Түсінікті ма? Енді қараңыз. Біз онымен күрескенде, ең бірінші болып, біз оның санын азайту, екінші иммунитетті дұрыстау. Екі үлкен нәрсе бар бізде. Енді қараңыз, бицилиннің өзі мен екі аптада бір саламын. Бицилин 5-ті екі аптада бір саламын. Мен айтар едім, ол дозировка идеальная дозировка. Ал ВОЗ олай айтпайды. ВОЗ айтады, 21 күнде бір рет сал дейді. Сондықтан да видеода 21 күнде бір рет сал деп айтты. Себебі ВОЗ сөйтіп айтты. Ал маған келетін болсақ, мен екі аптада бір саламын. Екі аптада бір саламын. И маған идеальна ол дозировка. Енді қараңыз, мен қанша опыт алдында Сәуле тәте хабарласты маған. Сәуле тәте полный улучшение состояния болған. У него бірақ миндалины. Миндалины у него стрептококковая инфекция. Ол 21 күнде бір рет салған. Бірақ у него обострение болып кетті. То есть именно тамағы ауырып қалды. Тамақ ауырып қалды, сразу артрит шығып кетті. Мен айттым Сәуле тәтеге. А, Сәуле тәте, онда мен өте дұрыс деген екенмін ғой дедім. Мен біріншіден 2 аптада бір саламын. 2 аптада бір саламын. Ал ВОЗ-дікі кішкене аздау болып тұр. Бицилин 5-тен аз болып тұр. Бірақ мен сізге оны айта алмаймын, қазірақ осыны енді салыңыз деп бар ғой. 5-ті 2 аптада бір салыңыз деп айта алмаймын. Потому что осы шешімді өзіңіз қабылдау керексіз. Мен айта алмаймын, потому что ВОЗ айтпайды олар. ВОЗ өйтіп айтса, мен айтар едім. Бірақ мен өз шешімім, мен сізге өз опытымды айтып жатырмын ғой бөлісіп. Осылай істесеңіз, негізі дозировка идеально болып тұр. Сіздікі 100% бронхитіңіз, астмаңыз, бәрі сол бәле. Мына аутоиммунканыз сол бәледен болып жатыр. Ол бәлені азайту керек. Өлтіріп, құртып тастай алмаймыз өкінішке орай, бірақ азайтуға біздің барлық неміз келеді. Қандай сұрағыңыз бар енді? Кейде мен екі неделді алайын ба, үш неделді алайын ба? Как вы думаете? Или өзім шешейін ба? Өзіңіз шешіңіз. Мен сізге айтып бердім. ВОЗ қалай айтады, айтып бердім. Мен қалай істедім, айтып бердім. Жақсы. Айдана ханым, бір сұрағым бар, қойсақ бола ма? Қазір бір-бірден қоямыз. Ержан, қолыңызды көтеріп қойыңыз, андай смайликті бассаңыз. Мен сізді шелікке қоя саламын.
Жоқ, былай емес. Анда смайлик астында. Экран. Телефон, телефонда тұр смайлик қой. Айдана. Соны жіберіп. Соларайда состав разный. Бізге қандай состав керек? Соларайдың составы разный, дұрыс айтасыз. Орал биотиктің составының бәрі самый главный компонент, это стрептококкус соливарис. Самый главный компонент. И вы, когда смотрите, выбираете себе орал биотик, значит, надо выбирать стрептококкус соларайда қарап, стрептококкус соливаристы қарап, именно соның количество қаншасы көп, со количествомен выбирать еткен ең дұрыс. Бір миллиард дозировка ол өте аз. Кемінде 5 миллиард дозировка болса, идеально подходит. Біреуінде калий, біреуінде кальций, біреуінде соя, біреуінде без сои, солардың бәрін оқыдым, біреуінде ягоды, что-то ничего не пойму, поэтому. Нет, сіз оның ягоды бірдеңге, орал биотик, смотрите, не пробиотик, а орал биотик, смотрите. Қарадым, орал биотикті қарап жатырмын, солар ай. Извините, вот интернет есть, Зайра Тати, да, вот интернет есть, да? Вот интернеттен оқыңыз, да? Еще вопрос, ферула маған надо, мен тамағым ауырмайды или не надо? Әкеп қойдым, но я еще не пользовалась. Надо. Надо? Хорошо. Болды? Басқа вопросым жоқ. Айдана ханым. Так, подождите, кім, Ержан, мында бәріміз бізде список бар, да? Ержан, кажется, сегодня первый день у него, да? Мы по списку все проверяем. Я сейчас, если вы руки подняли, я с вами поговорю. Так, второй человек, который руку поднял, это Нуржамал Амирова. Нуржамал Амирова? Так, сізбен сөйлесем. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Қазір системадан дауыстыңыз, да? Да, сәлеметсіз. Сейчас, секунду. Қазақша сұрақты қойса, қазақша жауап берем. Орысша сұрақты қойса, орысша жауап берем. Так, на русском скажу, да, это. Кто задал вопрос на русском языке, отвечаю на русском. Кто задал вопрос на казахском языке, отвечаю на казахском. Чтобы в очередь встать, просто надо поднять руку, и вы станете в очередь, я по очереди буду со всеми разговаривать. Так, Нуржамал Амирова, полиартрит, она новичок была, соя 67, на третьей неделе у нее улучшение. Сегодня уже третья неделя, да? Так, вот. Я. Ага, все, я вас отправила. Так, никуда. Все. Нет, пока никуда не отправляла вас. Да, слушаю вас. Мен жаңа-жаңа салық суды енденді бастап жатырмын. Да, да, я же вас отправила еще к врачу, я помню. Меня? Да. Нет, меня не отправляла ты, Айдана. Ты сказал просто дыхание, сосын холод такой ведь дедің маған. Вы начали холод? Я только начала, да, вот третий день. Немножко, әлі холодный емес, просто комфортный холод, қатысу жүрім, комфортный. Отлично, какой у вас вопрос? Сол, мен пока, осын бесіне мен бітеді ол, немен WhatsApp-қа жазам ба, абонент алуға, абонамент алуға. Да, да, насчет абонемента на WhatsApp-та. Сосын, менің дейтін дізелеріме, буындарыме қосып, менің дейтін ана, бұлшығытым бар ғой, прямая мышцы вот эти, мышцы болят. Все будет болеть, да, это у вас... А быстрее, значит, вы же еще не начали. Зайра, кстати, все сделала по системе, она идет по системе, а вы еще не начали. Все. Пока анализ... Пока, Горло не болит? Горло у меня не болит. Мне мороженое все подряд ем. Короче, не, мен, онда, төртінші айдан кейін айтасы, да, как я анализ буду сдавать, да? Төртінші апта, да, да, когда прям по системе төртінші апта, когда вы холодный ванну даете. Все, все. Все, вопрос рахмет. Закончен. Айдана, рахмет. Сейчас, подождите, так нажимал, отпускаю. Роза Нурумова. Роза Нурумова, можете говорить, я слушаю. Пожалуйста, включите видео. Видео қосасыз ба? Ага, сәлеметсіз. Сәлеметсіз, слушаю вас. Мен 10 июннен бастадым. Сейчас, секунду. Так, холодный душ, она принимает эту жермін. Системный склеродермия Рейно. Две недели, 30 минут задержка была у вас в начале, да? Сейчас задержка сколько? Я әлі сол задержку, 30 секунд, одан артық вообще... Не талмаймен. Воспаление сильное, значит, у вас идет. Ага, какие положительные свойства пошли у вас? Какие улучшения, изменения? Ишканда изменения жоқ, сол дыхание кезде, мына рейна, мына қолдарын бәрі бітіп, нетеді.
Хам жүрген сияқты болады, болды. А почему вы задержку не делаете больше 30 минут? Еще когда? Не себептен болуатыр кино. Жақсылап дышать. После холодного душа вы попробовали дышать после холода? Я мен дыхание жасап нан сол холодный душ принимать жүрмін. У вас должен быть улучшение сна, улучшение энергии. Ничего нету? У меня юг бурнан тыныш. Ага. Энергия лучше, настроение лучше. Энергия на чуть-чуть побемес, ну, бар. Вот, ну, уже идет, да, положительный эффект? Что еще у вас лучше? Уже, значит, идет положительный эффект. Я напишу. Бірақта енді мен анализ пока ештеңе нетпейін бе, өткізбейін бе? Да, өткізбейсіз. Ну, у вас улучшение не пошло прям хорошее. Смотрите, я вам отвечу. Пока иммунитет не готов, что вы будете делать? Вы хотите таблетки, вы хотите лекарства, да? Но у вас иммунитет не готов. Надо сперва иммунитет улучшить, а потом работать. Ну, хоть как-то, чтобы он был дееспособный, да? То есть, поэтому на четвертой неделе после полного улучшения, ну, как после улучшения, уже человек питбергарасан, уже начинаем бороться с инфекцией. А пока у вас, ну, что там делать? Все понятно, да? Других вопросов нет? Ванна, қабылдай берейін ба, суық? Да. Все, вопрос закончен. Жақсы, рахмет. Ага, сейчас подождите, пожалуйста, не надо торопиться. Я, кто руку поднял, вот, нет, ладно, Гаухар Умаргали. Ага, Гаухар Умаргали, слушаю вас. Сейчас подождите, пожалуйста. Так, Роза Нурумова напишу, ее отправила в холод. Отправила делать вкусно. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, пожалуйста. На прошлой неделе я не смогла подключиться, не знаю, почему выбила, вот теперь на этой неделе только подключилась. У меня пошла третья неделя. Так, Гаухар, сейчас, Омаргали, вы есть у меня в системе? Сейчас, секундочку, да, я найду вас. Можно, да? Да. Все, ага, слушаю вас. Нехта. Третья неделя пошла. Ага, как у вас дела? То есть третья неделя, реально третья неделя, да? То есть вы делаете... Сегодня сюда? Третья неделя, да, вот пошла. Угу. Две недели прошло, вот началась третья неделя. Ага, слушаю как вас. Я с вами, ага. Вот, по состоянию, в принципе, у меня до этого тоже, ну, как бы по состоянию все было нормально. Единственное, только сустав, да, болит, так как... То заметила, то, что... Энергии лучше прибавилось, настроение поднялось. Энергия, настроение. Это лучше, да? А он сидит слишком тревожный был назвой. Да. У меня была сильная тревожность, да. Более спокойно стали, да? Сейчас легче. Более спокойно, да, потому что, ну, то, что не знаю, с вами переговорила, и как что-то подействовало. Это из-за дыхания. Вы понимаете, почему я как удав, да? Да. Ну вот этот антистресс, да, упражнение хорошо успокаивает. Да. Спасибо, я создатель. Да. Спасибо. Ага, да, спасибо. Теперь по поводу вопросов. Да, слушаю вас, ваши вопросы. Я со своим диагнозом... То есть, смотрите, третья неделя, это вот начало, конец второй недели, да, у нас идет... Это идеально идет у нас, ну, типа, восстановление иммунной системы, это энергия, восстановление эндокринной системы, это настроение, да, вот. Uh-huh. Вот. То есть вы стали более спокойны, значит, кортизол более успокоился из-за адреналина, то есть когда мы делаем дыхание, адреналин взлетает, и когда адреналин взлетает, кортизол сразу успокаивается. А то, что у нас демчургенез, это был кортизол. Угу. Поэтому когда с третьей недели, со второй недели человеком общаешься, он более спокойный, и он слышит тебя хорошо. Да. Угу. По поводу вопросов, вот я с диагнозом ходила к врачу, к разным, да, ну, там три врача я обошла. Два врача, вот то, что в первый раз я вот вам говорила, да, мне сразу назначили гормоны. Я вас послушала, их не начала. Вот. Да. Обратилась, там, вышла на третьего врача, который меня сразу отправил на бак-посев. Вот. Я сдала бак-посев 4. Неужели такие врачи есть? Да, вот. Сразу меня отправила. Она посмотрела мои
вот, назначение других врачей, удивилась, что так сразу назначили, и отправила на бакпосев. Вот. Так как я торопилась, да, чтобы побыстрее вышли анализы, я сдала в Олимпе. Да, нет, да, в Олимпе сдала, но да, у меня вышел стафилококк, ауреус вот этот золотистый. А потом на второй день пошла, сразу думала, чтобы сравнить, так как вы сказали, что лучше в инвитро, я сама пошла еще сдала в инвитро. Да, и получила два разных. То есть Олимп не показывает стафилококк, а инвитро показывает стрептококк. А у вас теперь... стрептококк, Жанна, у вас стрептококк. Теперь вот у меня большой вопрос. Я послушала все ваши видео, да, по поводу анализа, вот то, что загрузили недавно. Да. Все, что вот по вашей схеме, это вот получается нельзя при грудном вскармливании. Я теперь в замешательстве, как быть вообще. А пенициллин нельзя при грудном вскармливании? Вот так пенициллин... Покажите мне вот сейчас вот так анализ, вот так покажите, пожалуйста. А он у меня вот в телефоне. А как называется? Прочитайте, пожалуйста. Ну, стрептококк пиагенез, да, вот то, что вы объясняли? Все. Ага. А, он действительно на ампенициллин. На все антибиотики. Все, молодец, Жан. То есть, да. Смотрите, Гаухар, Умар, угу. Умар Гали. Да. Вот если бы вы в той панике, да, пошли бы к, вот, к тому врачу, который, да, вот Аллах, рахмет айтыңыз, ну, это по воле Аллаха, да, вот, если бы вы пошли бы к такому врачу, который первый, да, она бы загрузила вас гормонами, не лечила бы причину, да, вот этого стрептококка, у вас стрептококка было бы еще больше, а иммунитет еще хуже, вы бы, это была бы прямая дорога к инвалидности. Поэтому, к большому счастью, мы приняли правильное решение, и за правильное решение сейчас делаем правильные действия. Эти правильные действия рождают правильный результат. Теперь, Гаухар Ханым, если бы вы, наверное, вы посмотрели мои видео и знаете технологию принятия решений, мою технологию принятия решений. Асыгыз шайтанысы. То есть не надо, я когда вы с вами первый раз поговорила, вы еще консультацию взяли у меня, я помню, я сказала, не торопитесь. Здесь, смотрите, вы второй раз тоже поторопились, вы стали в Олимпе. Да, мне врач торопил, он сказал, нет, мне быстро нужно, чтобы вам быстро назначили. А быстро никак, там 5-7 дней, Жанна. Это хроническая инфекция, она жила с вами почти полжизни. Поэтому быстро никак. Просто иммунитет до этого выдержал, а после родов он не выдержал. Ну, у всех бывает. Это просто. Знаете, сейчас к аутоиммунке я отношусь как будто лично, ну, окей, ну, это просто надо подышать, как будто вот так отношусь, знаете. А здесь, видите, любой асктанерсе, чайтанесе, видите, второй раз вы асктанес, если бы вы не пересдали бы в инвитро, вы бы думали, у меня стафилококк золотистый. Видите, поэтому, чтобы принимать правильное решение, страсть надо контролировать, страх, вот этот, нацин барлай, это момент, асхолер. И какой вопрос ко мне? Вопрос, вот если пенициллин, да, предположим, при грудном вскармливании, вот вы говорите, можно, да? Так он же как быстрого действия, да? Вот, не будет... Это лонгированное действие. Наоборот, длительного действия. Вот надо пенициллин или бицилин? Вот смотрите, вот, люди боятся бицилина. Я не знаю, что. Они нет, говорят, вот, я сама не боюсь, я за ребенка единственное боюсь. Можно ли при ГВ? Бицилин, вот пенициллин, бицилин, это как грибы покушать. Это настолько безопасно, что можно колоть ее литрами. А без Адамдар вот думает, что это оно лонгированное действие, ты чё, короче, вот так реагирует. Да можно всю жизнь на этом бицилине походить, и вообще классно. Главное, чтобы стрептококк он держал в этом, ну, в узде, да? Поэтому вообще никакого я противоречия от вашего бицилина и вашего кормления груди не вижу. Ладно, календулу не пейте, вот это не пейте. Просто до бицилина
еще дозировка УЗГАЗР, а это 21 день один раз, это ВОЗ говорит. Но у меня, по моему опыту, ну, Гаухар, вы понимаете, насколько ревматизма я много увидела, да, на своем опыте. Две недели один раз, Гаухар, идеально, легко, хорошо, две недели один раз. Потом же это лонгированное действие. Вы вот сейчас проколите, начнете колоть, да? Это же на 3 года, вы понимаете, да? То есть это строго уже на 3 года. То есть, смотрите, когда с ревматизмом мы идем в долгую, это образ жизни, это вот куда долгую, да, то есть это не быстрые, да, какие-то. Но зато долгую, просто мы, знаете, вот это образ жизни. Ревматизм — это образ жизни. Зато у нас не будет инвалидности. Просто если вы сейчас правильное действие сделаете, у вас будет правильный результат. А мы сейчас сделаем Гохору абсолютно правильное вещи. Поэтому даже можете начать 21 день один раз. Окей. 21 день один раз. Как вот говорю. Просто через 3-4 месяца у вас осложнение будет. Как показывает мой опыт. Алла, там ахтаралхалатна, штуртайдане, штуртай стоп-тратану, а потом там ахтаралхалатна. Солушын мен айтам, ек аптада бір рет, менің сияқты істеш, деп айтам, да? Ну, айталмайын, да, мен өтіп бар, потому что мені бірінші медицинское образование жоқ. Я только в этом году поступаю. А во-вторых, мен айталмайым, против ВОЗ не могу пойти. Я для себя могу пойти против ВОЗ, а для вас я не могу пойти против ВОЗ. Поэтому здесь, Инда, ваше решение. Абсолютно. Ну, в принципе, для, в вашем случае я бы могла бы подумать, что 21 день один раз – это идеально. Ну, типа, хорошо. Еще пятерку, да? Ну, ваше кормление и бицилин, оно вообще не подумайте, что оно как-то, ну, типа, вообще. Какая у вас лосумает, короче? Вот этот календарь, феррула, наверное, можно, да, полоскать? А, но я не нашла у нас пока еще в Атрау. Вы с Атрау? Да. А вы с моего этого, да, родного города? Мы, оказывается, идем. Я что-то посмотрела в интернете, в Инстаграм, ну, не нашла, чтобы кто-то продавал. Это в аптеке продаете, да? Да, это в аптеке продается. Ну, если, Жанна, Гаухара, для вас даже феррула не надо. Для вас даже феррула не надо. Коленок тоже не надо. Просто последний день один раз бицилин, все нормально. Хорошо, хорошо, все, больше вопросов нету. Спасибо. Идеально. Все свободно. Рахмет. Да, вот успокоились. Хорошо, уже более счастливы стали. Дальше. Как хорошо, что вы нашли хорошего врача, Гаухар. Вот, Аллаха рахмет. Так, Жасаелем. Жасаелем, вас слушаю. Жасаелем. Алло. Ага, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Ага, а ты же у нас, я вас первый раз вижу, кажется. Нет, я уже была. А, хорошо. Вторая фамилия, я вас... Я не знаю, почему Джасаилем, я не знаю, меня зовут Саули. Ага, Саули, фамилия? Тулебекова. 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 Я сегодня на WhatsApp отправлял, с вами разговаривала. А, слушаю вас. Ага, нашла вас. Нашла, но пусто тут, ничего не написано. Ага. Вторую неделю уже занимаюсь. Сегодня уже 3-я неделя. Ага. Дыхание делаю. Самочувствие улучшилось. Ну, в смысле, энергии побольше стало. Мне очень нравится. Отлично. Очень нравится. Но, как сказать, у меня что-то там горло начало болеть. Отлично. Да, да, вспомнила, да. Ага. И вот почти 2 недели у меня вот проблемы с горлом. Да, вы мне отправили анализы, да, сегодня? Да, я вот в субботу сдала Винвива и Инвитро, сразу в два отправила. Да, чтобы... Я вам сразу сказала, что надо подождать. Ну, вы увидите. Да, все, вот. Я буду ждать, по-любому буду ждать анализы, и потом это не... Смотрите, вообще при ревматизме, да, вообще нету такого, что что-то какое-то индивидуально. Нету, видите, вот. Все классично, все системно, ничего такого индивидуального я не вижу. В вашем случае тоже. Просто даже ошибки у нас типичные. Даже не лечение типичное, а ошибки тоже типичные. Поэтому подождем, Савле? Подождем, все. Подождем. Я... Все. Ага, рахмет. Так, Гульнар Нурбалина. Гульнар Нурбалина. Ага, слушаю вас.
Да, знаю, Салиметсузбе. Так, звука нету, Гульнара, тебе. Не, уже первый раз, когда сдавала, мне стафилокок пуан. И еще там сразу трептокок, пиаген, спиаген, ставили. Вот, помните, выявить, я вам задание дала, выявить стрептокок. Здесь у меня написано, Гульнара Нурбалина, артрит, остеопороз, вот все написано. Я вам дала задание выявить стрептокок третьей неделе, да. Мы выявили. Полтора месяца занимаюсь. Да, я полное состояние у вас идет. Вы написали мне, что у вас вот здесь идет. Так, теперь какой вопрос у вас? А вот как лечиться теперь мне вот? Отлично. У вас же русская группа, да? На такие? Нет, казахша. А, казахша. Казахша, а мне костюмгой. Она инфекция жаптығылар деген нені модульді. А, он мен көрдім, да. Соны... көрдім. Қараңыз. Гүлнар тәте, сізде бицилинға, ампицилинға чувствительный ма по анализам? Ампицилинға. Ампицилинға чувствительный, да. Бітті бицилин саласыз? Да, мен... Это бицилин, я уже с января мне уже, я ставлю через каждый 21 день, потому что врач назначала. Вот через каждые 20 дней, вот с января месяца ставят, а вообще именно этот, нормально, сон уже можно, да, продолжать? Да, болда. Смотрите, при бицилине никаких сразу улучшений состояния не будет. Бицилин просто количество инфекции снижает, чтобы у нас не было рецидива ангин. Потому что ангина, чтобы вот это количество было настолько меньше, насколько это возможно. Чтобы если ангина повторится, у нас артрит повторится же. Просто она сдерживает. Поэтому вы не думаете, что бицилин салан ангин, не сейчас все пройдет. Сейчас все. Не пройдет. Это же постепенно. Кто там говорит вместе со мной? Бекбол апай говорит. Бекбол апай. Сейчас удалю. Микрофон он слышит. Это же Агаласватар, да, ма, Клинсулю. Все, микрофон давно считается. Так, смотрите, при бицилине никаких улучшений состояния сразу не будет, да? То есть это просто сдерживание фактора, сдерживание. Но он необходим. Вот в Советском Союзе калай нет, ты слышал, брус спутрого, короче, ребят. Вот в Советском Союзе все дулы, но здесь еще, вот, наверное, советские люди тоже более-менее были в контакте с природой, да? То есть здесь идет закаливание, дыхание, мало есть, и вот бицилинка, все, больше ничего не надо, не надо ничего придумывать. Но если миндалина есть, можем убрать миндалины. Нежелательно, да, по-моему, наверное. Но здесь тоже вопрос вот такой, смотрите, как я поняла, вот кто не убрал миндалина через год, Дана говорит, это же стрептококковая инфекция, она не убрала миндалина, и через, я смотрю же, на протяжении года, как у нее было, у нее улучшилось, все хорошо, бицилинку салат, не тет стайп, но вот весной у нее был сильный стресс, и у нее пошла обострение от сильного стресса, то есть миндалин все равно хранили эту инфекцию, и я ей сказала, все-таки, оказывается, надо убрать миндалина, поэтому при лучшем случае, если вы хотите прям снизить еще количество инфекций, ну просто снижаем, миндалину уберете, тоже инфекцию не уберете, она там будет жить все равно. Ни один хирург в мире вам не отрежет миндалины полностью. Они там все равно будут, эти миндалины. Инфекция там все равно будет, мы просто количество убираем. Она еще не делится, колония ларн убираем, да? Но вместе с этим мы убираем и иммунитет, как бы. Здесь вот такая борьба. Да, вот убрать, не убрать там. Если случился даже через год рецидив, все, убрать. Мы уже так, целый год мы мучились, мы делали дыхание, закаливание, все у нас улучшилось, бицилин кололи, все сделали, и только у нас опять рецидив через год случился, все, надо убрать. Да, то есть, ну, понимаете, да, решение как принимается. Все, объясню, вопросы есть? А если горло у меня так сильно не болит вообще, бывает, то... Вот так сильно не болит, вот не надо болеть.
Вот так сильно, вот и пусть и не болит никогда в жизни вашей боли. А это 10-6, это много, да, 10-6? Очень много. Это очень много. Это колонии. Это очень-очень много. У меня 10-4 степени контролируемое состояние. 10-5 уже неконтролируемое состояние. 10-6 это очень много. Все, ответила на вопрос? Спасибо. Так, у нас идет следующий. Гульнар Нурбалина опустила. Димаш Курбан. Сәлеметсіз, Димаш Курбан. Слушаю вас. Пожалуйста, включите видео. Саламатсыз ба, Айдана. Сәлеметсіз бе? Алуа Мұхтарова. Мұңғы мен Алуа Мұхтарова. Сейчас секунду найду вас, да, в системе. Алуа Мұхтарова. У вас просто почему-то стоит, но имя есть, имя, фамилия есть. Слушаю вас. Пастрар трип хуйменка. Мен шинчаптадан асты уже, не, дыхание жасаватырым, контрастный душ жасаватырым. Екі аптадан кейін мен қатты ауырып қалдым. Мына көкірегім, мына қолдарым, енді кішкене-кішкене мына не жамбасыма түсіп жатыр. Енді бірақ қатты, мына көкіректерім қатты ауырды, жамбасым онша қатты ауырлатқан жоқ. Бірақ көкірегім қатты ауырып, температурам көтеріліп, сөйтіп қалдым. Тамағым жалпы ма, не болды? Ну, что было триггером? Мына жер ғой, мына жер. Нет, а что было? А у вас бронхит, да, нежели чем ангина, да, на самом деле? Триггер у вас бронхит? Бронхит емес, мен тамағымда ауырмайды. Мына тура мына сүйек ауырды ғой, екі қосылған жері. Мен ана невропат. Жоқ, түсінген жоқсыз. Вот любое обострение кезінде, бірінші бактериальное обострение болады, а потом на это иммунный ответ көтерілет. То есть сперва у нас либо горло болит, потом бар қасап кетет сүйектер, буындар, вот, например, да? Вот я спрашиваю у вас, что было до вот этого обострения? Например, на второй неделе вы только начали дышать, бетіңіз бері қарап, адам болатыныз. Или сіз су ішкен жоқсыз ба дыхание кезінде? Аузыңыз құрға кетті ма дыхание кезінде? Жоқ, сумен отырамын постоянно. Білмеймін, айтуы жаман осы, көкірегім ауырды, мына иықтарым ауырды, мына иығым әлі бүйтіп көтертпейтін еді ғой менікі. Сіз әлі менде түсінген жоқсыз менің сұрағымды, әлі түсінген жоқсыз. Мен көкірек буын ауырғаны ол салдары деп түсіндіріп жатырмын сізге. Салдары, себеп емес, салдары. Себеп неде, что было триггером, что было до того, как у вас вот этот заболело суставы? Какой триггер был? Ауруыңыз не деп деп сұрап отыр ғой, не себеп болды деп, басталып кетуіне. Суықтап қалдыңыз ба? Басталып кетуіне білмеймін ғой, сол не себеп болғаны. Мен сол анандай не болды ма деп жатырмын да, обострение берді ма деп сөйтіп ойладым да. Давайте сделаем так, анализ сдайте, пожалуйста, на горло. Посмотрим, что там есть у вас. Бүгін тапсырдым, бүгін. Какой вопрос тогда у меня? Бүгін тапсырдыңыз, өте жақсы. Үш аптадан асып қалды ғой, төрт неделеде тапсыр деген едіңіз ғой, енді мына нем бітіп қалса абонементті аламын ғой, соны бүгін барып тапсырдым жаңа неге. Бір апта дайын болады, бес күн ішінде. Күтейік онда. Иә. Күтейік онда, күтейік. Соны күтеміз ба? Күтейік енді. Жоқ, дыхание жасай бересіз ғой, дыхание суық су жасай бересіз, ананы күтейік. Жасап жатырмын ғой, екі мәрте күніне. Өте жақсы. Саламатсыздар ма, Айдана? Болды, онда. Қазір подождите, пожалуйста, қол көтересіз, хорошо, Гүлжан Тәте? Димаш Тепо, Димаш Курбан емес, сәлет Тәте. Иә, Алуа Мұхтарова, сізде қандай не? Басқа сұрақтар ма? Басқа сұрағым жоқ, енді анализ қарап отырмыз. Келесі аптада осылай консультация кіресіз, сосын айтасыз да, анализі не шыққан. Окей, или WhatsApp-қа жібере саламын, или дайын болса сізге. Иә, былай да. Мен қазір Майра отқан жоқ, мен отырмын. Осы апта мен отырамын. Иә, жақсы. Все, давайте, кеттік. Мен әлі неге барған жоқпын офиске. Мен үйде отырмын әлі, операциядан кейін. Так, Тамара Устинбекова. Так, поговорим. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Мен... Мне кажется, что вам лучше постричь, а то я не смогу разговаривать с вами. Ошибленно. Ну, хочешь, лучше постричь?
О, кумита. Тренировкам жалко полома, бо моя макздар блестерма. Чигтер, иранай, блмиспа. Шымкентте бір не народный, не больница бар деп атырады, соны адресін сұрайын деген. Шымкентте қандай народный больница айтыпсыз, атын білесіз бе? Ревматологический народный больница дейді ғой, бар дейді, емін суставтарды емдейтін. Соның адресін сұрайын деген бе? Пожалуйста, такие вопросы не задаем, да? Кто это сейчас выкинул с этого чата? Кто-то народный что-то хочет, да? Вот зачем вы сидите тогда? А? Идите к народным, что вы сидите рядом? Зачем тогда у меня что-то спрашивает? Вы думаете, я не слышу, что ли? Сейчас я сказала 5 минут, подождите. Или вы народное не пробовали? А? Если не пробовали, идите попробуйте, потом приходите. Когда инвалидность будет, тогда приходите. Все, давайте. Ага, жақсы. Все, Тамара Сембекова, слушаю вас. Я мен екінші апта болды, зарядка жасаватқаныма, кішкене душ принимать етіп бастадым. Жақсы, жақсы, ұнады ма, новатор, бірақ мен диагнозым системный склеродермия. Менде шығандай метаджепті, ана коронавирусқа вакцина алып қой, осыдан бір жыл бұрын, сол кезде метаджепті тоқтатқам. В общем, 4 апта тоқтатып, потом жаңа вакцина алу керек болды. И дальше артай уже алған жоқ метаджепті. Сол тоқтатқаннан қойып кеттім. Менде шыққандай отек жоқ, боль жоқ, только у меня мына кожаларым қарайып атыр. Қолдарым басында, бетімде, мына байқалады. У вас низа вторая неделя, да, идет? Да. Ага, сосын бар, сізде не? Қараңыз, это аутоиммунное заболевание, ғой, ұқсас қой. Былай болады. Так, система склеродермия. Кеттік. Қандай улучшение дегенде, я жақсы болып жатырмын деген улучшение болмайды да. Эндокринная иммунная нервная система. Үш система улучшится деп керек. Сонда эндокринная системада настроение улучшится деп керек. Иммунная системада энергия көп болу керек. Нервная системада более спокойно болу керек. Осы үш параметрім ұйқы дұрысталу керек нервная система. Солай. Үшеуінде де улучшение бар ма? Үш состояние, да? Ну, я сама вообще по характеру я спокойная. Ұйқым всегда жақсы. Инде, я не знаю, инде вызом внушать этим бы такое ощущение, что холдарм уже агаш просканс яхту масвой. А вот задержка, пасмала, вот из меня полка. Вы он даже ханду встал, потом по ходу. Нормально. Да, наверное, кислород парады, наверное, сам сахтатн басна. И с унулем, наверное, может, кишкини кислород жить в атканшарде, клетка ларма. А вообще... Дальше, смотрите, какой вопрос у вас? Дыхание, вот задержка, басында 30 минут болды. Енді 30 секунд, вернее,
Бір минут болды. Дальше улучшение бола бере ме или прям да, заставляю? Ага, заставляю. Прям заставляйте. Болат, у вас видите, это системный склеродермия, это тоже аутоиммунка, любая аутоиммунка, да. Это воспаление. Воспалительный процесс — это меньшая задержка, то есть задержать. Помните, после операции первый день я не могла держать, у меня 15 секунд еле держала. Это тоже, когда организм очень слабый, он не может держать задержку. На второй день у меня 30 секунд, на третий минута, и вот так прям восстановилась. Сейчас вот захсвокал, кайтадан. Ну, кирижат. Это нормальное явление здесь хоть? Это нормальное явление при таком состоянии. То есть вы когда делаете майорную задержку, мое состояние организма примерно в осакенгоде, волянос. Например, когда будете выздоравливать, например, сатингальтати здесь сидит, сатингальтати барсазва, она делает задержку 5 минут. Она тренер, она делает задержку. Восемь минут перешли. Вот, она делает задержку 8 минут. То есть, но при 8 минутах у нее по анализам даже гепатит С отрицательный вышел. То есть у нее сейчас иммунитет прям жақсы. Вот совсем прям жақсы иммунитет, как келдик, да? Но просто у нее там операции были, у нее там 7 стендов стоит, у нее просто еще возраст, да? И, ну, по иммунитету мы сделали прям все возможное, да, Сатенгультати? Вот. Но у нас просто есть возраст, и у нас есть пережитые операции. И еще коксартроз очень сильный, да, который... И вот, ну, вы понимаете, да? Но она не делала 8 минут задержки, когда ко мне пришла год назад. А, в общем, это вахт керектейской, чтобы... Это самоконтроль, это самодисциплина. Знаете, когда вы делаете долгую задержку, это, наверное, больше самоконтроль и дисциплина, и ваше желание. Это сильная медитация. Вот анализы от ватерман пока что на анализ киригимишар. У меня ревмофактор только положительный шрада. Калганги здесь бер спокойно. И соя, и тромбоциты, лейкоциты бер спокойно. У меня системная склеродермия, нургульдеген бір қыз бар. У нее 4 месяца занималась, после 4 месяца улучшение болды. Прям жақсы болды. Нет, сосын бар, у нее опять обострение пошло, но у нее тоже 1 500 000 диагноз, не фельдпатическая системная склеродермия, тала, қасына, қызым нәрсе бар. И потом горлышко проверили, на основе стрептококка идет обострение склеродермии. В общем, бакпосев обязательно нужно здесь. Обязательно. Из горла, да? Из зева. Из зева, да? Хорошо. Да. А бицилин, пока анализ дайм был май, я не буду принимать бицилин, да, получается? Да, никак, нельзя, нет. Хорошо, я поняла вас. Это же в долгую идет, бицилин это в долгую. Все, соболмас. Рахмет, да? Соболмас. Айдана, саламатсва. Да, Сальмец, Киджули, руку поднимите, я вас в очередь поставлю и поговорю. Не киш колпом, жена граватором кишрерс. Ага, Анна, руку поднимите, дегене, астында смайликты басысаласын, тұрған смайлик бар, ага, ага. Лақтыра салам, болды сұзын, спискпен сөйлесеміз. Ержан, сізді тыңдап тұрмын. Сәлеметсіз бе? Даусын шығарсаңыз, звук жоқ қалды. Ага, если межатр Ержан, ага, сізді, даусыңызды, ана микрофонды бассаңыз, значит... А, енді қосылды. А, енді қосылды. Аха, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Мен 2020-да инсулдағамды өзіне, бүйректен давлене болғамын. Сол инсулдағаннан кейін, оң аяқтан негіз, оң аяғын ұстағам негізі. Оң аяқ, оң қолын әлсіз істеп қалды басында істегенде. Содан бері оң аяғым табаны мұздап тұрады, үйіп тұрады одан кейін. Одан кейін тілдеріне күрмеліп бастады, осы енді сәл дұрысын анық сөйлеватырмын. Одан кейін жаңағы сақталған елдердің вообще өшіп кетті, памяті өшіп кетті. Үшін негізі мен мектепте мұғаліммін өзім дәл қазір. Осы 2022-де мектептен 5 содержание алдым бір жылға. Содан ташкентте емделіп келдім. Оның арасында бірнеше больницада жаттым, бас аяғы 8 больницада емделдім осында. Өзім Қазақстан больницасына емделдім, Шымкентте емделдім. Оны соңғы рет Өзбекстанның Сырдары деген районында сөйерді емдеп, содан дұрыс болым негізі. Нәтиже сөйердім болды. Енді осы күнде... Қалай емдеді аға олар сізді? Қалай емдеген мен есімде жоқ, өйткені айтпадым ғой, өгізде менде ешқандай памет болған жоқ. Біреудің қазір айтқан сөзі бір сағаттан кейін есімде шығып кетіп жатты да. Ешқандай сақтау қабілетім кәдімгідей өшіп кетті.
біреудің айтқан сөзі бір сәл уақыт өтсе есіме шығып біреуге бірдеңені айтсе бір он бес минутта кәдімгі ұмытып кете бердім дедім да әлі де бар сол ұмыт шығарып енді осы күнде осы бір соңғы аптаның ішінде осы оң мына сол қолым саусақтар үйіп жүр да осы күні соңғы кезде мына оң аяғым табаны мұздағаны әлі қоймай жүр кеше ана данагүл ханымнан айтамын осы жаттығуды жасағалы нәтиже болады оң аяққа жаңа оншама қан барғаннан кейін сәл тамақ табаны жылу басталады деді да суық суық көмектеседі негізі сізге бірінші мына тамырларды реттеп алу керек қой тамырлардың жүйесін суық су тамырды нетеді реттейді тамырларды реттейді контрастный душ қабылдағаннан кейін дыхание жасаңыз хорошо бірінші суық потом дыхание бірінші дыхание емес бірінші суық сосын дыхание сізге любой тамырмен проблемасы бар адамдарға мен айтамын мигрень бар любой нәрсе бар ғой жүрек бірінші суық сосын барып дыхание суық сосын дыхание себебі сіздің суықта тамырларыңыз ретке келтіріледі қан айналысы дұрысталады сосын дыханиені да жеңілірек жасайсыз задержка да ұзақ болады түсіндіңіз ба ержан аға ержан аға менкөпа кімнің өзі инсульт қой деймін сәтенгүл тәтенің өзі да сәтенгүл тәте сізде болды ғой де инсульт менде инсульт те болды инфаркт та болды 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 ержан жеке сөйлесеміз егер неғыса телефонмен кейін тренировка кезінде ше аха тренировка шығып кетесіз мен көріп жүрмін сізді ержанға айтып жатырмын тренировкада кіреп та шығып кетеді маған қатыспастан сол қатыссаңыз сөйлесеміз тренировкада инсульт туралы айтып қоямын не істеу керек иә сәтенгүл деп шығамын сәрсенбі четверг шығады сәтенгүл тәте мен осы сәрсенбі четверг күні шыға алмаймын айдана келесі аптада шығамын мен хорошо сәтенгүл мен кеше сұрандым ғой бір жағдайым болып тұр иә сұрағым бар еді айдана ханым осы сәл сөйлесем тамағым дауысы жіңішке келіп дауысым шықпай қала береді да оған не істеу керек сол суыққа түсіп кеннен кейін ол да қалыпқа келе ма жоқ дауысты білмейді екен мен дауыстың себебін біліп тұрған жоқпын неге ондай болып тұрғанын бірінші инсультті реттеп алайықшы инсульт тамырларды реттеп алайықшы сосын барып тамақты көреміз ма өзі ма ол дауыс неге болып тұрғанын мен түсініп тұрған жоқпын ол себебі разный болуы мүмкін ғой дауысым қазір жақсы шығып тұр да осы бір екі сағаттан кейін өзі бес уақыт намаз оқимын намаз уақытында дауысым жіңішке келіп дауысым шықпай қала береді да так ержан аға сіз қанша уақыт болды дыхание жасап жүргеніңізге екі үш аптадан уже улучшение болу керек осы бүгін он күн болды он күн осы кеше июнь айының 23-ші күні кешкісін қостым суық суды қашан бастадыңыз суық суды бастаған жоқпын вообще бастаған жоқпын ойбай суық су бастау керек сізге контрастный душ бастау керек хотя бы все контрастный душқа жібердім сізді онда ержан аға сіздің аты жөніңізді айтыңызшы мен системаға ұрысалын сіз жоқсыз менде менің фамилиям шондыбаев ержан пердебайұлы аха мен сізді суық суға жібердім инсульт инфарктарды бір неге қойып қоямын мен инсульт инфаркт деп жазғам иә соларды қойып қойыңызшы менде иә потому что сәтенгүл тәте ғой сіздің тренер аха мен екі апта деп жазайын сосын сізді суыққа жібердім деп жазайын жарайды рахмет сау болып тұрыңыз сіздің еміңіз суық сіздің еміңіз сұрақ қойсам бола ма аха болды все кеттік так жүйелі түрде көріп жатырмыз сұрақтардың бәрін асықпаңыз так енді қол көтерсеңіз астындағы смайлды бассаңыз сіз шеретке шығасыз ержанды я пустила гүлнази сапарбекова кеттік гүлнази тәте ойбай гүлнази тәте сіз ба бұл мә ғасыр болды көрмегелі дауысыңызды шығарыңызшы басқа жағын басып отырмын ғой саламатсыз ба сізді тұрды деп естідім иә тұрып жүрмін тұрамын қазір тұрып жүріп жүрмін ғой таяқты гүлнази тәтеқұлап жатып қалғанмын ғой иә мен де қуаныштымын гүлназия аға өте молодец жаспағанмын ғой вообще омыртқаларым бар майысып рахмет айда бәрі сенің арқаң көрген жоқпын ғой сіз алдынан ой мен біткен адам едім ғой мен біттім деген адам едім ғой мен аллаға шүкір
жүрім кішкен. Таяқпен далаға шығам. Мұздай суға түсіп атырым. 14 градус, 15 градус. Ваннада отырам. 6-7 минут. Мұздан қорқып атырым әлі. Жарайсыз, Гүлназисіз. Мұзға бармай, сол салқын менен жүре беріңіз. Мұзға бармай тұра тұрыңыз. На даусы жай боп қалды айдан. Жо, естіліп тұрсыз. Жақсы, жақсы. Мен бүгін сүйегім сүйеп барасың. Задержка менде 8-9 минут. Задержка 7-9 минут, достар, вы слышали? Я помню, я говорила, ну сдал 30 минут отырса, задержка 7-9 минут болса, ауру болмайды сенде, деп бәрі айтат дедім ғой мен. Еңбектеніңдер жылай бермейді ұрсат дедім ғой. Аллаға шүкір, Аллаға шүкір, айтыр адам қатарын. Да, килограмм қосуат. Мен вообще денем бәрі. Ау? Кішкене вес қосыласыз ба? Я вес қосыласыз ба? Вес қосыласыз ба? 29-дан 20 жетедім ба? 29-ға 5-ге енді жеттім. Вот, хорошо, хорошо. Асықпаймыз, ешқайда асықпаймыз. Вес келет, бәрі келет, нормально. Уже далаға шыққан жақсы, я, кішкене, уже. Далаға көп жүрем мен. Балзаңда тұрамын да. Мұзай суыда үйрен. Катрасыны дұрстан неғып жүрем. Енді мұзай суға бір аяна да су мұзай не ыстық су болмады. Алдымен сіздің тамағыңызды емдеп едім ғой, содан кейін тамақ қайталанды ма, тамағыңызды емдеп едім ғой. Тамақ қайталанған жоқ, мен анау пробиотиктен төртеуін сразу алып қалғам, екеу ала алмай қалдым, сол төртеуін іштім. Аха. Содан кейін барлығын іштім, ана ішкен дегеннің бәрін. Жақсы болып қалды иә тамағыңыз. Мороженое жеймін 2 мәрте 3 мәрте. Мұздай су ішемін. Тамағым жақсы. Бірақ мына түнде неге екенін білмеймін, түнде тамағым құрғап кетеді, или аузым ашылып ұйықтай ма? Аузыңыз ашылып ұйықтайды. Ана таңдайыңыз бар, тіліңіз таңдайыңызға жабысып тұру керек. Тісім жоқ па, аға, тісім жоқ содан. Тіліңіз бар ғой, таңдайыңызға жабысып тұру керек. Сонда қорғап тұрады тамақты. Сіздің тіліңіз... Әнеге, мен жоқ, қырмен жатамай, шалқамнан жатамын ғой, содан шалқамнан жатқаннан кейін сөйтіп ұйықтаймын ба, білмеймін. Иә, иә. Сіздің еще тіліңіз астына неғып қалатын шығар, астында тұратын шығар тіліңіз. Сондықтан аузыңыз ашылып кеткенде мына құрғап кетеді да, содан мына қақырық анау мынау пайда болады. Потому что инфекция все равно бар ғой. Сондықтан сіз сол әдет қылыңыз, тіліңізді таңдайға жабыстыруды әдет қылыңыз. Иә ма, білесіз бе? Аха. Ұйықтағанда да тілді жауып тұрады ана неңізді, тамағыңызды. Бұл табиғи сондай положение болу керек. Сізде положение өзгеріп кеткен ғой дененің. Ана. Ақыл сүйектерің майысып бәрі. Иә, сүйектеріңіз майысып, бүкіл дененің положениесі өзгеріп кеткенсің, сондай болып тұр да. Сөйтіп сөйтіп. Қолдарымның сүйектері мына қатты майысқан еді, жайлап-жайлап түзеліп келе жатқан сияқты өзіме. Аяқтарым. Түзеліп келе жатыр, түзеліп келе жатыр. Жүргеніңізге қарап түзеліп келе жатқан шығар. Жақсы. Қандай сұрақ бар, Гүлназия тәте? Қандай сұрақ бар? Сұрақ ер сол анау. Елдер ана укол сап жасады ғой. Бикеле, сондай мен ештеңе салмаймын ба? Сізде золотистый стафилок оқып шықты ғой, бірақ сіз қай лабораторияда тапсырсыздыңыз? Мен ұмытып қалдым. Я помню, что у вас золотистый был, но я не помню, где вы сдавали. Мен ештеңе эритромицин іштім ғой. Иә, жоқ, мен эритромицин бердім мен сізге. Бірақ мен соны ұмытқап тұрмын, қай лабораторияда сіз тапсырдыңыз анализді. Просто мен ойлап тұрмын, сіздің түріңіз бәрі стрептококк деп тұр да, бірақ анализде стафилококк шықты да. Соған мен кішкене таңғалдым сол кезде. Негізі тағы да бір сізде уже жүресіз ғой, жүріп барып сол инвитраға барсаңыз болар ма екен? Шақырсам болатын шығар, шақырамын ғой. Иә, шақырып сол инвитрадан бір тапсырыңызшы, тағы бір тексерейік кішкене. Потому что мен сөзсіз уверенмін, почти 90%, что сізде стрептококк. Почти уверен. Просто тамағымнан тапсырайын ба? Да, да, да. Сіз ана неден тапсырдыңыз да, олимптан тапсырдыңыз, есімде қалуынша. Мен көп анализдер қараймын ғой, мен ұмытып қаламын. Негізі сіз сол олимптен тапсырған сияқты. Инвивоға тапсырған мен. А, инвивоға тапсырдыңыз. Иә, иә, иә. Содан ол дұрыс анықтамаған сияқты деп ойлаймын негізі. Сонда, сосын, содан да қақыр шығып тұр да, сізде все равно бар да анау. Бірақ иммунитет қазір ұстап тұр да оны. Қақырық деген жоқ болып кетті менде, қақырық жақсы болды ғой. Бұрын жаман едім.
бабочка была, кажется, жақсы болып қалдым. Ана, адамдарға айтыңыз енді, бүгін новенькілер көп, біз өте қиын жағдайда да біреулер бар. Не айтасыз соларға? Қандай? Не, дыхание, диета, сонда закаливание, мұздай су күшті. Иә. Не беру керек, бәрін істеу керек, баха. Онсыз болмайды. Мен бір күн тоқтатпаймын. Күніге. Мен де бір күн тоқтатпаймын. Операция күніге тоқтатқан жоқ. Бір күн тоқтатқан жоқ. Сәтем, Гүлдәсет әте, сізге мен жазып берейінші болды. Неге барыңыз? Инвитроға барыңыз. Инвитродан ана стрептококк тауып алайық. Бакпасепизиолы, білесіз ғой сол. Тамақтан өткізді ме? Иә, тамақтан. Тамақтан микрофлораға өткізіңізші, тағы бір тексерейік. Мен стафилококкты өлтірдім деп ойлаймын, ал стрептококк әлі бойыңызда бар деп ойлаймын. Может, мен сөйтіп ойлап тұрмын. Уколдан укол салатын жанбас жоқ қой сонан кейін. Қорқып отырмын, бір дәрі ішемін ба, не істеймін деп. Көрейін, бір екі айдан кейін жанбас та болып қалатын шығар. Все, давайте анализге жібердім сізді. Сау болыңыз. Аха, рахмет. Так, кеттік дальше. Так, Назита тебя опустила руку. Так, Гүлжайна, Гүлжайна. Так, сәлеметсіз бе, слушаю вас. Сәлеметсіз бе. Біріншіден көп рахмет. Мен басында, менің қатысқаныма қазір бір 12 күн болды. 12 күн болды. Басында екі тіземнің асты тартып тұратын, тізем бүгіп жүретінмін әрең. И сосын таза бедренный сустав дейді ғой, сол аяғымның сол жағынан ақсаңдап жүретінмін. Қазір екі тіземнің тартқаны басылды, ұйқым тынышталды. Отлично. Жақсы, осы 12 күнде результатты. Жақсы ұйықтаймын, сосын екі аяғымды бір-бірінің үстіне қойып ұйықтай алмайтынмын жаным менші. Иә. Сосын аяғымды созып ұйықтай алмайтынмын. Қазір кішкене-кішкене жақсымын ол жағынан. Уже координатор, да, вот воспаление снижается, и уже она более flexible. Как это flexible? Казахша калай? Толу мен тілім орысша да жоқ, қазақша да жоқ, ағылшынша да жоқ. Икемді. Иә, икемді. Қазір аяғымды бір-бірінің үстіне қойып ұйықтай аламын, Аллаға шүкір. Созып ұйықтай аламын. Бірақ керілгім келе береді. Қатты. Неге олай екен, соны түсінбедім де. И сосын қазір ауырмаса да, кішкене бәрібір де сол аяғым ақсаңдайды. Мұнша қатты ауырмын, бірақ ақсаңдап жүремін. Дұрыс жүре алмаймын. Ойлап кетеді. Жарты жылда, Гүлжайна тәте, жарты жылда, 8 ай, вот так, знаете, это не сразу, это не сразу, Гүлжайна тәте. Это постепенно. Когда мы говорим об артрозе, это постепенность. Артрит, ревматоид не артрит. Когда мы говорим об артрите, это хоть, сізде уже ақсаңдау басталса, ол артроз уже там дегенерация вот этот клеток уже. Да. Сосын екінші сұрағым. Любой тамаққа менде чувствительность тамақ ішсем болды кішкене ауырып бастайды да, любой тамақ, ешқандай разница жоқ. Ет вообще жей алмаймын. Нан вообще жемеймін, тек хлебті жеймін. Любой тамақ. Мен аш жүреді екенсің. Иә, почти аш жүремін. Кішкене енді қарным ашады, жеймін десем ауырамын. Жей салысымен ауырамын сразу. Иә, неден болып жатыр деген сұрақ иә бұл. Мен де жауап берейін иә осы сұраққа. Хорошо. Так, Гүлжайна тәте, я вас сейчас отправлю на анализ, хорошо? Отправлю на горло. Пока обострение жоқ, обострение болмаса да барамын ба, жоқ маған обострение болғанда барасын деді ғой. Соны күткем, обострение болу керек па деп. Не ғой, сізде инвитроға барасыз ба? Инвитроға барсаңыз без обострения можно пойти. Инвитроға барам, аха. Қайда бару керек болса, сонда барам. Без обострения отправлю вас. Сізде қазақша курс па, орысша курс па? Қазақша. Қазақша, все онда. Қазақша курсқа мен ана инфекция туралы видеолардың бәрін салып қойғам. Аха. Кеше орысша көп алды адамдар, мен енді орысшасында салып қою керекпін. Орысша да жоқ болды. Сонда инфекцияға тапсыратынымды, иә? Иә. Сол жақта бәрі айтылған, бәрін шайнап айтқам. Менде қазір 12 күн болды ғой, енді мен контрастный душты бастай беремін ба, или екі апта болған толық күтем ба? Бастай беріңіз, болады бастау. Как раз и анализ отправим, как раз и контрастный душ начнем, лучше будет.
Да, ничего, не бойтесь. Так, вопрос очень хороший насчет еды, да, насчет питания. Отвечу. Жалобы ринцы, сразу закет. Так, коронавируса до стажа андермином. На тамак шу бизнес организм не уйти куп энергия на кашет идет. Тамак то курту уйти куп кш алады бизнес. Куп адам на тамак жиды да, тамак жиги не чашап калат, ауп калат. Ол көп, особенно аутоиммун ауруларда. Сондықтан аутоиммун ауруларда мен көбінесе аштық беретін содан. Себебі біздің иммун жүйеміз өте нашар жұмыс жасайды, көтермейді. Тамақ жеудің өзін көтермейді. Басқасын айтқанда, жұмыс жасауды айтпағанда, басқа нәрсені айтпағанда да. Сондықтан мен айтатын тамақ аз жеу керек, аз жеу керек, аз жеу керек деп. Тамақ аз жеу керек. Ол иммунитетпен түгелдей байланысты. Себебі біздің бактерия мына түгел бір неше пайызы, 80% бактериямен күресетін нәрселер ол асқазанда ғой. А біз сосын жейтініміз нан сондай ғой негізі. Бірақ сіз өзіңіз нан жемейміз деп айтасыз. Сізге енді айтатыным, қараңыз, ол бара-бара кетеді. Сіз иммунитетін жақсарған сайын, сіз тамақты да көтеретін боласыз. Бірақ мен сізге айтайын, көп тамақ жемеңіз все равно. Күніне бірер тамақтану ол өте қалыпты, ешқандай кедергісіз, ешқандай бір адамның өміріне бір жамандық жоқ. Күніне бірер тамақтану ол идеальны. Мен бана кім сияқты, кім етаты, Иванов бар ғой, кім етаты анау? Мұзға жүретін Иванов бар, кім етаты? Ол сияқты сізге бана 5 ай тамақ ішпей деп атқан жоқпын, я? Күне бірер тамақтансаңыз, жүгірім таш тамақтансаңыз, мен айтар едім, мына алақандай ғана тамақ осылай күне бірер жетеді деп. Бар ғой? Кім аутоиммун, соларға алақандай мынадай ғана тамақ, оның өзіне нан емес, ет емес, я? Просто овощи, фрукты, да, там чуть-чуть, сондай тамақ, и былайынан жетеді аутоиммун ауыратын адамдарға. Бар ғой? Бірақ біздің қоғамда сен аз тамақтансаң, сен бір ауру адам сияқты қарайды саған. Как будто, ой, сен арықсың. Бәрі айтатын саған, қазір мен спортпен шұғылданып жүрген жоқпын, қазір мен қатты арықтап кеттім, алдында бір қатты стресс болды, содан 48 килограмға дейін түсіп қалдым, 45 килограмға дейін. Негізі өзім шынығып жүргенде 54 килограмм едім. Бірақ ол чистый мышца болатын 54. И қазір мен көретін адамдар бәрі айтады, арықтап кетсің, айда арықтап кетсің. Мен оны қалыпты қабылдаймын, себебі ол нормально. Зато мой иммунитет справляется, я нормально себя чувствую. Ана, біз көбінесе еще аштық, қарын ашқанда ғана тамақ жейміз. Ол қалыпты жаңағы те, онда тұрған ештеңе жоқ. Сіз уайымдамаңыз, сіздің иммунитетіңіз жақсарған сайын тамақты да сәл бойынша жейтін боласыз. Мен сосын задержканы 1 минуттан артық ұстай алмаймын, 12 күн болса да, 1,5-ға жете алмай жатырмын әлі. Да, бана, оны түсіндіңіз ғой, бана ол сұраққа жауап бердім ғой. Болды, рахмет, біздің тренерлер өте жақсы жұмыс жасайды, бар сұраққа жауап береді, бірақ бәрібір де сізге сұрақ қойғымыз келіп, күтеміз сізді. Алла разы болсын, еңбектеріңіз Алладан қайтсын. Көп рахмет. Ризамыз сізді тауып алғанымызға. Ал мен Қазақстанда болғанда мен 1,5-2 миллион ақшам кетті. Тек анализ тапсырумен. Бүрсүлөздің 3 түріне, туберкулездің 4 түріне деген сияқты тапсырып. А осы енді ғана жанын жай тауып, енді рахатанып дұрыс емге келдім ғой деп ойлаймын. Рахмет. Жақсы, Гүлжанат, ем болсын. Алла разы болсын. Мен ойлаймын, бәрі менен емес. Менің жолым жүргенімде де Алланың несі ғой, қалауы ғой. Это как по судьбе, кажется, идет так, да? Біз көбінесе өзімізге алып қоямыз да, мен деп бар ғой. Мен емес, да, больше, кажется, от Бога, да? Поэтому я, вот когда беспокойство, помните, мне бір тема бар, беспокойство о будущем, деп, болашақта алуайым деген, да? Иншалла. Алланың несі, да, қалауы, да, бұл? Мен қазір істеп атқанымда Алланың қалауы, да, бәрі сол от Бога. Поэтому Алла разы болсын, дейік, болды. Алла разы болсын. Көп рахмет. Все, давайте. Жақсы, сау болыңыз. Кеттік, жена тетя опустила руку. Күлбиба. Так, Күлбиба тетя, саламатсыздар ма? Иә. Қалыңыз қалай? Видео қоссаңыз, видеомен сөйлессек. Оға, жақсы. Мен алдында қатысқаныма 3 жыл болды. Алдында тіземіз кетіп. Аха. Тізем ісіп кеткен болған менің алдымда. Со мен бір 2 жұма дыханиядан кейін ісігі сразу кетті. Сонда менде қосымша жөтел болып жүрді.
Бұл кезде жөтелім кеткен, енді қазір қатты қайтып жөтеліп жүрім. Түсіндіңіз ғой неге жөтеліп атқаныңызды? Так, я вас на анализ отправлю. Жоқ. А, түсіндіңіз ғой неге жөтеліп атқаныңызды? Не үшін жөтеліп атқаныңызды? Инфекция үшін жөтеліп атқаныңызды? Бұл әте инфекция үшін. Так, сізге бірінші болып. Аяғы. Аха, сізде инфекция бар, макротада инфекция болды, бірақ тамақтан тапсырыңыз, все равно шығады ғой. Инвитроға тамақ анализ тапсырыңыз, анализдің атын жазып алсаңыз қазір болады, жазып салыңыз. Анализ. Бакпосев на микрофлору и зёва. И частицын с антибиотиком. Аталат анализды инвитро деген лабораториядан тапсырасыз. Бұл бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, видео қарау деп жазыңыз. Сіз видеоны қарамаған ұқсайсыз. Анализ және жаттығулар деген, инфекция және жаттығулар деген видео бар. Соны қараңызшы. Хорошо. Ол ана жол басында сол жөтеліп қойған сияқты болды да, сізге кеткен кезде. Енді екінші жұмада қайтып басталып отыр сол жөтел. Иә. Ұқсас болып тұр. Бана анализ, мен инфекция туралы көп сөйледім бана сабақтың басында. Соны сіз тыңдаған болсаңыз, бәрі түсінетін едіңіз. Аха, жақсы. Жақсы, сау болыңыз. Кеттік. Күлбиева сөйлестік. Қарагөз Жанаева, кеттік. Қарагөз Жанаева. Слышу вас. Какие ко мне вопросы? А, Қарагөз Жанаева. Так, это новенькая, кажется, да? Угу. Слышу вас. Қарагөз. Какие ко мне вопросы? Парагоз, микрофон включите, пожалуйста, почки у вас открыть, не били, слышать, общий анализ мочи, общий, бак пассив мочи, общий анализ крови, общий анализ мочи, я сказала вам сдать, да? Я, стафилококк эпидермидис деген шықты ғой менде, эпидермальный ма сондай? Да, потом метипрецишпеймін. А, это басқа адам ба? Метипрецишпеймін. Сол шықты да, ода не чувствительность көрсетілмеген қандай уколмен, онымен емдейін ба эпидермидис деген шыққанда? Қай жерден, қалай шықты, мачадан шықты ма почка? Иә, жаңа ғой, бакпасевке тапсырдым ғой мачаға. Мачадан тапсырдыңыз, иә? Иә, менде почка ауыратын еді ғой, соған тапсыр деп түйдедіңіз ғой. Содан стафилококк эпидермидис онда екі деген шықты да. Қай лабораториядан тапсырдыңыз? Инвитроға барып тапсырдым, соң басқа қалаға барып тапсырып келдім соны. Өте жақсы. Сен мен түсіндім онда. Сонда чувствительность антибиотик ешқандай көрсетілмеген да? Өте жақсы. Аха, түсіндім, қазір жауап беремін. Болды ма, сұрақ бітті ма? Емдейін ба оны мен? Аха, сұрағым осы. Өте жақсы, қазір жауап беремін. Так, қараңыз, у нас был вопрос насчет почек. Почки из-за... У меня был вопрос, почему болят почки? Почки болят из-за артрита, из-за аутоиммунки, или из-за того, что там инфекция есть? Деген сұрақ болды, да, менде, басында? То есть я должна была узнать, это из-за инфекции у вас почки болят, или из-за аутоиммунки болят почки? Теперь я знаю, что у вас почки болят не из-за инфекции, а из-за аутоиммунки. То есть ваш артрит дает не только на... суставы, он еще дает на почки. Да. Да. Теперь, о, хорошо, отлично, прям супер, Қарагөз. Қарагөз, напишите себе в тетради, у меня почки болят из-за артрита. Это очень важно знать, потому что артрит из-за горла. Значит, из горла теперь ищем инфекцию. Менде тамағым вообще ауырмайды, сонда да тапсырайын ба? Тапсырыңыз, бірақ қазір емес, Қарагөз. Қарагөз қазір курс жасай беріңіз, сосын бір 3-4 аптадан кейін обострение болып бірдеңке болса тамақтан тапсырасыз. Мен де ана дыхание жасаймын ғой, сол кезде андай бір қақырық құсаған бірдеңе келеді да, может скрытый бронхит бар ма екен? Сол ғой, скрытый бар. Скрытый ғой. Оған да. Вам убивает почки. Он сидит в горле, вот этот, в верхних дыхательных путях или там в нижних дыхательных путях, и убивает вам почки. А почки сами чистые, мы проверили. Енді оны 3-4 аптадан кейін жаңа изиова дегенге тапсырайын ба? Иә, изиова дегенге тапсырасыз. Инвитроға тапсырасыз тоже, хорошо? Просто маған керек болды да, а то мен қазір ой, одан инфекциядан емес, артриттан дейді, сразу сете салсам, сосын суық суға жіберсем, инфекция уаа дейтін еді. А теперь я думаю, сіз суық суға спокойно жібере аламын да, потому что білем, сізде инфекция жоқ екен бүйректе.
енді мынаны емдемейін ба? Жаңа стафилококк эпидермальный, да? А, оны емдемейсіз. Ол өмір сүреді сол жерде. Ол нормальный. Ол зиян жоқ па оның? Ол зиян жоқ, ол сол жерде өмір сүретін адам ол сол жерде. Сол жерде тұрғыны ол. То зиян жоқ болса болады, ол айтсаң. В общем, артритті енді табуымыз керек қой, қай жақтан шығып жатыр деген сұрақ қой мен. Сол ғой. Енді тамақтан іздейтін болдық, енді почканы іздемейміз. А, хорошо. Иә, дыхание, закаривание, аз тамақтану. Давайте. Айдана ханым, сосын не, менде обострение беріп жатыр да, менде таза бедренный сустав ауыратын еді ғой. Иә. Сол деген кәдімгідей бұрын тек сол жағым ауыратын еді, жа паховая областьта. Неден беріп жатыр екен обострение? Сіз дыхание деген диетпен жасап жүрсіз ба, закаливание деген жасап? Иә, закаливание істеп жатқан жоқпын. Ана женскийден проблема бар да. А, бізде еще женскийден проблема бар. Женский онда воспаление, да, салқын, ана, но тампон алды. А, сізде хламидий жоқ па өзі? А? Хламидий деген бәле жоқ па сізде? Жоқ, айтуыр, со тампон алды едім, он күн содан жақсы бар. Бар сізде женскийден, женский просто так воспаляться етпейді ол. Салқында қалғанмын, да, сондай. А? Салқындағанмын, да, сит сияқты, да? Салқындаған деген нәрсе жоқ, қазір қыздар түсіндірем. Каскилин, нет? Бір-бір-бір. Женский нам бәденке бұл пробы зе, женский нам бәрбәле бар ғой. Женский нам бәрбәле бұл тұр ғой, қарабыз. Женский нам бәрбәле бұл тұр ғой. Мен оны емдедім, қаз беспокойт етпейді да, тампон зат алғасын. Тыныш? Жоқ, қараңыз, ол қараңыз, воспаление. Что такое воспаление? Это какая-то инородная инфекция есть в женской части у нас, да? И на это у нас идет воспаление. И параллельно у нас почему-то обостряется артрит. Выделение, да, Нандай? Да, вот выделение, ваше выделение. Вот не просто же это так. В нормальных у женщин выделений нет. Знаете, вот у нормальных женщин, которых, ну, типа, иммунная система хорошо работает, да, нет таких ужасных инфекций. Вам надо искать еще хламидий. Монголай стимс. Мне кажется, вот в женской части цитулина тексерный зва и попаваларга. Инфекция передается половым путем в тексерный зва? Нет. Что же? Так, жаза салныши. Так, первое, дыхание, курша сал, ну, как всегда. Mm-hmm. А yeah. Потом проверяется на ИППП, инфекция, передающая половым путем. Uh-huh. Анализ, да? Да, анализ, вот там, 1 500 000 этих инфекций, там, тексерлет, гонокок, хламидий, соломбян, тексерлет. Uh-huh. Ужасные инфекции, ужасные. Рядом не стоял стафилококк, там рядом не стоял. Сосын суларға тексерлет, сон тексеріңіз, сосын не, бақпасек визиован тексеріңіз. Просто бізге қаракөз нужно знать, откуда у нас обострение, почему у нас идет обострение, почему-то у нас обострение и воспалительный процесс в женской части екеу бірге боп тұрда. Странно боп тұрда. При том, что горло как бы не особо беспокоит, не особо болит, да? Ну да, женский, осы жақында шықты, осы бір-екі айдың айналасында басталды да, оған дейін вообще ондай тіпті ауырмайды. Бір тексеріс алайықшы, бір тексеріс алайықшы енді. Мен перед Богом я должна быть чиста, да, ну, типа, значит, я проверила, ну, типа, я знаю, что у харагоз, ну, типа, что я правильно делаю у харагоз, да, ну, это ага. Как для себя галочка тоже для меня. ИПП анализы сен береді ғой да өздері? ИППП, я и сосын ИПП ғой, я өздері береді там 40. Да, неге тапсырсаңыз болады оны? Он ИППны бесплатно тапсырсаңыз болады поликлиникада. Поликлиникада, аха. Все, қаракөз, аман болыңыз. Аха. Давайте. Жақсы. Так, кеттік, қаракөз кеттік. Кім бар бізде? Қаракөз опустила руку. Асия Сипановна. Асия Сипановна идет по списку. Так, Асияна. Келесі Лаура Мауленова. Келесі Лаура. Аға, сәлеметсіз, Асия ханым. Сәлеметсіз. Аға, слушаю вас. Маған екі жыл бұрын мына уколды берген, көрініп тұр ма сізге?
Асия Степановна, артрит после операции у вас идет. Настроение с какой-то боли ушла у вас, улучшение состояния. Какой у вас вопрос? Менде мына уколды берген. Симфония? Я симфония. Осы уколды бір алтайдай алдым, айына бір рет салынады. Аха. Бізде учеттан беріп тұрады. Аха. Бір кісілер айтқан, бұл иммунитетті ұйықтатып тастайды деп. Сонымен мен тоқтатып қойдым, бұл қалай өзі? Олар аса. Аха, сұрақ сұндай, сұрақ сұндай. Аха. Аха, басқа ал дыхание дейтсі қалай не болады, қалай болады жағдайыңыз жағдай? Мен уже төртінші апта жасап атырым дыханиені. А бағана әбетте сізбен бірге Венхофтың жаттығын әдісін жасағанмын, түргеліп отырып. Жатып жасап жатында. Енді түргеліп отсам, чөті мен басым, өзім басым сияқты болады былай. Сонымен қалай жасаған, жатып жасай берейін бе, или тұрып отырып жасайын бе? Жатып жасадым, байқалмайды ондай басым ауырғаны. Басым меңзең болып кетеді да басым. Да. Қалай удобно, солай жасау керек, жатып жасасаңыз да, отырып жасасаңыз да, главное, удобно болу керек, да, өзіңізге нормальный состояние болу керек, да, то есть, вообще. Жатып жасаған сері жоқ. Анандай болса, мен тұрып жасап, өзімді қинап істей берсем бекен деймін, да? Ешқандай қинап қажеті жоқ, отырып жасасаңыз да, жатып жасасаңыз, в любом положении можно делать дыхание, в любом положении. Главное, не в машине, не в бассейне, да, ну, как бы, не под водой, да. Ага, жақсы. Ага, енді сіздің сұраққа жауап берейін. На симфонии туралы сұрақ болды бізде. Бұл ревматоидный артриттің қиын түрлеріне арналады, бұл дәрі барлық енді білесіздер ғой, ол өте ауыр дәрілердің бірі, тегін берілетін де сол себеп. Енді сізге врач қабылда десе, значит қабылдау керек деп ойлаймын. Мен врачқа қарсы шыға алмаймын ешқандай, врач не айтты, соны жасау керек адам деп ойлаймын. Бірақ вопрос только қандай врач, то есть бізде миллион врачи может по-разному говорить, да, один может дать вам это лекарство, другой может не дать вам это лекарство, да, то есть, но негізінен информация өте көп, бұл именно негізі маркер воспаления жақсы әсер етеді, бұл дәріге, бұл дәрінің всегда несі положительно болды, отзывтары. Именно воспаление цирет, нет, бірақ сіз өзіңіз біліп тұрсыз ғой, что бұл дәрілер өте ауыр дәрілер. Өте ауыр дәрілер. Да, именно спондилиартритке, ревматоидный артритке, полиартритке істетілетін дәрілер. Ой, именно иммунитетке түйелей тереңнен әсер етіп, иммунитетті там қатты өзгертетін дәрілер. Енді ол қолданбайдына қолданбайын ба дегенге мен жауап бере алмаймын. Оны врачтан кеңесу керек. Себебі әртүрлі врачке әртүрлі айтады. Да? Себебі мен өзім бұл дәріні қолданып көрген жоқпын. Бұл дәріні бізде ауылдық жерде тұрамын да, сосын ревматолог жоқ. Бұны мен Алматыда берген бір профессор ревматологический центрде назначить еткен. Енді анадай деп естігеннен кейін мен чөт алғым келмей қалды бұны, уколды. Аха. Негізі, қазір өзінің состояниеңіз қалай, қатты воспаление кезінде беріледі, ЦРБ-ын түсіреді бұл. Цирреактивный белокты. Өзіңіз қалай состояниеңіз? Жақсымын, тек 2-3 күнде кейде білінеді да қолдарым уже буындар ауырған, атак. А, ондай болса, онда не надо. Да. Если у вас сильно боли, сильное состояние боли, жаман ауыратын болсаңыз, онда амал жоқ қолданамыз. Да? А если не так, тогда не надо. Тем более, сіз бастап жіберсеңіз, ол уже қайтып бармай қояды енді. Суық судан әлі қорқам, задержка дыхания жақсы жасап жүрмін. Өте жақсы. Я келесіз ғой жайлап-жайлап, қорқыңыз кетеді ғой, қайда кетсін.
суықтан қорқам, жай-жай тек температурасымен, жаймен-жаймен үйретіп атырмын да. Иә, солан бастаңыз, дененің температурасынан бастаңыз. Біздікілер жүнәске келеді ол. Аяқ сұтқан өзді аяқ жылмайды, қолым аяғым. Қорқам сонда салқыннан сосын. Иә. Иә. Мына біздің ауруды бәрі, соны білсеңіз болды ғой. Біздің ауруды ешқандай бәрі емдемейді ғой. Иә. Уже төртінші ешкім бұны емделеді деп айтқан жоқ, тек сізден басқа, сізден бірінші рет естігесін, мен сол сізге кірді, мен сіздің неңізге емдейді. Енді көріп тұрсыз, біз жұмыс жасап жатырмыз, жақсы болады, өзіңіз. Мен айтпай қойын, өзіңіз айтпатсыз ғой, жақсы болады. Жақсы болдым, иә. Мен күйеуім де жолдасым да сенбей қасымда жатып жасап көрген, сөйтсем айтады ана 15 секунд ұстап тұрып жаңа дыханиен шығарған кезде плавойым бәрі бұтыма дейін ұсып кетті дейді ғой. Алдында маған сенбей тұрған, ей сен не жасап жүрсің деп. Жақсы, рахмет. Бірақ маған төртінші апта уже мен анализге келесі айта бермасам Алматыға, енді мен Қызылорда облысының ауылында тұрамын, сосын анализді бастағанда сол анализ суық сумен бірге басталады ғой примерно. Сен суық бұрын алғанмын бір частный медсестрамен. Алғанда сіз все равно тексеріп алған жоқсыз ғой, оны 100% бак пассив тапсырған жоқсыз. Мен айтамын да мысалы сіз көрмейсіз, көзіңіз көрмейді, сіз любой дәрі бере саласыз, ол қалай ол медицинаға жата ма? Мен ондайды медицина жатпайды деп ойлаймын. Мен 100% білу керекпін, қандай инфекция бұл адамда. Сосын мен оны строго сонымен күресу керекпін. Қанша ревматологқа барғанда мен ревматологический центрге маған мынандай анализ тапсыр деп ешкім айтқан жоқ. Тек ревмофакторды қарайды, СРБ қарайды олар. 2 жыл болды. 2 жылдың ішінде 40 ревматоидный врачтар, ревматологтар менен кеңес алды. Кеңес алды. Сол кезде соның арқасында қазір ана қыз бар ғой, Гауһар деп барды и бак пассив тапсыр деп жатыр. Ол менен өткен ревматолог стопудов бар ғой. Бірінші рет дәрігер қыз қанша барғанда ондай айтпайды, ондай анализге. Сонда еңбегіміз жанып жатыр да, аллаға шүкір. Рахмет. Жоқпын да? Сөйтіп врачтарды үйретеміз. Аха, все, давайте. Жақсы, рахмет. Давайте. Аман болыңыз. Кеттік, дальше идем. Лаура Мауленова, поехали. Так, Лаура, слушаю вас, видео қоссаңыз, жақсы болар еді. У нас стандарт это. Ага. Потому что я смотрю пальцы же. Разные деформации, потом лицо человека там опухшее, не опухшее. На каком языке задается вопрос, на таком языке отвечаю. Саламатсызбы. Сәлеметсізбе. Мен қазақ группасындамын, бүгін 7-ші күн қатысып атырмын. Аға, қандай сұрақ, Лаура ханым? Менде кішкентай екі қызымды қарық сертімен босанып атырмын, 2-ші рет уже. Менде дерпес вирусы бар екен. Екі балаңызда парок сердце? Иә, екі баламда да парок сердцемен босандым. Менде герпес вирусы бар екен да, сол үшін сондай болып туыла береді екен бала. Бала туылады, бірақ жаңағы парок сердце болып туылады екен. Сосын кейін мен 34-шімді былтыр босандым, босанған екен сразу денем қақсап бастады менде. Сізде герпестен болып жатқан жоқ бұл нәрсе? Өртіп қотыр болдым бірінші. Бүкіл деген қотыр болдым. Өте өте таныс случай болып тұр маған. Менде бір Рауан деген бір жігіт болды, Лаура. Давайте я вам расскажу, да, это кейс, да? Сізге айтып берейін. Рауан деген бір жігіт болды. Ол әлі де системада бар, уже жақсы болып қалған шығар ол жігіт. Уже 7-8 ай болды, да, наверное. Ол дайындалып жүрген. Рауан, барсың ба? Жоқсың ба? Оған 1 жыл ма, 2 жыл оны герпес деп емдеген ғой. Сосын ревматоидный артрит келсем, ревматизм прям. Вся симптоматика ревматизма. И оған айтқан, сенде ревматизм, мына герпестен болып жатыр деген.
да? Мен айтында, а, дедім. Мен деген жоқ, ана врачқа бардым, қымбаттан профессорға бардым, мында бардым, дейді маған. Сосын, мен еш үйде отырған, кухняда отырған айтына. Кухняда отырған. Сидит, блин, на кухне. Я такая говорю, Равана, Раван, хорошо, я послушала тебя, Джаном. Иди сходи, сдай бакпосев. Он сдал бакпосев, вышел стрептококк пиогенный. Я начала его по системе лечить. Через 2 недели у него улучшение состояния. За 2 года он не мог этого добиться. Я говорю, твой герпес ни в чем не виноват. Твой герпес, у всех этот герпес. Вообще вирусы, не трогайте вирусы. Вот когда мы, кроме коронавируса, другие вирусы вообще не трогайте, Дим, да? Вот коронавирус и пиогенный стрептококк, золотистый стафилококк, это, вот, они бактерии, да, вот это пиогенный и стафилококк, они бактерии, они вызывают аутоиммунку. А вирус – это вообще другой мир, кроме коронавируса. Коронавирус тоже вызывает аутоиммунку, у него там отличия есть, да? А вот басхана нелеви, не трогайте, Дим, да, герпес, не трогайте свой герпес, успокойтесь насчет вашего герпеса, ваш герпес ни в чем не виноват. Давайте сдадим бакпосев Визёва, там найдется у нас стрептококк, и потом с ним будем бороться. Хорошо, Лаура? А насчет того, что у вас дети рождаются с пороком сердца, порок сердца это не такое было, ой, ба, порок сердца и мясной, одна операция, и все, здоровый ребенок, ну что там париться там? Наверное, не будете рожать 15 детей подряд? Ничего, пост. А, ну все, да, да, ну что там парится? Все, мне на кадр денсаулығым, сол, төртінші мне кеше, денсаулығым вообще көтерме қалды. Денем шейді. Давайте восстановим организм. Да, давайте восстановим организм лучше. А, значит, порога сердца, наверное, это что-то генное у вас идет, ну, какая-то. Но это не такая большая проблема. Одна операция на сердце и все, что там. Еще в детстве сделает ребенок, вообще нормально все будет. Все, давайте работать по системе. По курсу. Работаем по курсу. А енді, нет. Тапсырайын ба, анализ тапсырайын ба мен? А, на 4-й неделе у нас есть видео на курсе, если вы полностью инфекция и жаттығулар, вам все будет ясно. Я бәрін көрсеттім енді. А, все. Бізде көп адамдар келеді екен, да, тренировка кіреді екен, да, а видео қарамайды екен. Мен қарап шықтым бәрін. Мен өзім жаңа денеме батқан соң қарадым бәрін. Бірақ менде қазір аяғым кішкене басылған сияқты өзіме, солай сезіліп тұр екі аяғым. Я не варикоз, варикоз бар ғой менде. А варикоз да кетет, суық суға етет варикоз. А мен қазір суық суды бастаймай атырмын. Мен ауылда тұрған соңша ванна жоқ менде, душ жоқ үйде, жағдай жоқ сосын. Далаға түссем бола ма? Далаға түссе жүр. Я далаға түссем. Вот қалай бар жағдай, сөйтіп. Неге успех это не благодаря, успех это вопреки. Всегда успех это вопреки. Вопреки всем, что у вас нет условий, вопреки. Я сижу на кухне, ребят. У меня 40 человек сейчас, 36 человек. Я сижу, у меня нету такого медицинского центра, какого-то бизнес-центра. У меня даже офиса нет, у меня есть коворкинг, все. Мен енді 4-ші аптан күтейін, я 4-ші аптан күтейін. Оған дейін су-су қалды. Я асықпаңыз. Идеальные условия күтпеңіз дегенім ғой сізге. Бастай бердіңіз. Да? Жарайды, жақсы, рахмет. Иә, сіз идеальные условия күтсеңіз, ол өмір бақи күту мүмкінсіз, да? Немен бар, сонымен жұмыс жасаймыз, да? Шын ғой? Все, давайте. Кеттік, так, Лаура поговорила. Так, Лео, кто такой Лео? Лео? Мына бүпелер тұрған фотосы бар адам, сіз дауысыңызды қоссаңыз, видеоны қоссаңыз, сіз қолыңызды көтерпсіз. Алло, алло, саламат қалдана. Видеоны қосып, аты жөніңізді айтып танысаңыз. А, видеоны? Иә, бізде стандарт түсен, не просто так видео қосып, стандарт түсе. Аты жөніңізді айтып танысыңыз. Естімі Минтай болады. А кім? Ментай. Ментай фамилия? Керімбаева. Аха, сіз жоқсыз біздің неде соған. Аха, қанша апта болды жанымасы еткеніңізге? Ментай? Бір жеттен асты. Аха, Ментай, а фамилия? Керімбаева. Керімбаева.
Ага, мен тай Перембаева бір аптадан асты, бір апта жүрген. Ага, қандай сұрақ сізде? Задержкам где-то бір минуттан аспай жатыр, арғанатай екі минутқа жетамайды. Сосын мен де аяғымда бір не бар, экзема, аллергический жара бар, да? Ага, все. Экземаға 100% осы курсатайсыз. Так, сіз мен тай... Хатиотоп деген положительный шыққан осы 10 ай бұрын тапсырған кезеш. Фадиотоп, аллерген. Ага. Сон сұрайын деген, қандай анализдер тапсырамын, и сосын қандай диета. А, нені контрастный душ екі күн болып жасап жүргеніме. Еще варикозым да бар. Контрастный душ жақсы жағып жатыр. Өте жақсы. Так, қандай улучшение состояния бар бір аптаның ішінде? Үш система, нервная, эндокринная, иммунная система. Қайшысы улучшение болатыр? Менде қазір енді бүйтіп бұрындандай. Тамақты қатты жейтін, кішкен тамақты жегенде өзімдерім ұстайтын болды маңдай дыхательный неден кейін. Соны байқадым. Бүйтіп қатты қарын маша бермейді. 15 сағаттық интервальный голоданияда уже нетіп жатырмын. Плюс өзім кешке тренировкаға барамын, зумбаға барамын, осы келіншектермен біргеші. Ана климат жақындаған сайын кішкен сондай неге барып немді нетіп жатырмын да. Тоже салмағымда түсіп жатыр ақырындап. Бірақ жаңағы кейде группа бойында қалып қабатырым да таңертең кешке қаратай сондай. Видеомен істей беремін өзім сіздің ана 30 минуттық видеоңызбен Вим Хоп істеймін. Антистресс істеймін таңертең антистресс деп ұйықтап қалып жатырмын. Сол, мен қазір анализді сұрайын дедім сізден, и диета специально керек па, өйткен маған алдында андай сладкий ана мынау жемей деген да. Орта группадасы, қазақша группадасы. Мен қазақшадамын. А, все, хорошо. Просто мы есімізді кішкене сладкий деп қойып отырмын да. Анализдің атын жазсаңыз, бак пассив изиога на микрофлору и чифрисинс к антибиотикам. Ол анализдің аты да, анализге қалай дайындалу керек, бәрі туралы инфекция және жаттығулар деген бізде видеолар бар, соны қарасаңыз, бәрі түсінікті етіп айтылған. Аха, инфекция жаттығулар деген видеодан қарай ма? Иә, соны қараңызшы. Анализдің аты бак пассив изиога на микрофлору и чифрисинс к антибиотикам. Контрастный душты қанша рет күніне қабылдау керек, екі рет па? Больше лучше, дольше лучше. Қаншалық қабылдай аласыз, соншалық қабылдаңыз. Минимум один раз. Диета сол интервальный сондай 15-18 сағатқа жеткізуім керек пе? Иә, бәрі ол видеода айтылған. Тамақтану әдеттері және ұйқы деген видеода қарасаңыз айтылған. Жақсы болды сонсоң. Аха, все, сау болыңыз. Жақсы, не болсын? Все. Негізі новенкеларға бәріне айтайыншы, просто видео қарасаңыз бәрі түсіпті ғой. Новенкелардың бәрі, видео қарамайды да просто. Бірінші видео қарау керек та. Так, Ақбота Макишева, сәлеметсіз бе? Сындап тұрмын. Қандай сұрақ? Давайте по вопросам сразу пройдемся. Ақбота Макишева, дайынды болсаңыз. Бағлан Жанатұлы. Аха, Ақбота Макишева, сәлеметсіз бе? Видеоны қоссаңыз. Ага, сәлеметсіз бе, Ақбота ханым? Ага. Жоқ, мен сәулемін, мынау қызымның аккаунт қой. Ага, так, сәуле, а можете ваше имя фамилия сказать, мен сіздің системаңызды қалай? Бешарак, можно я по-русски буду говорить, я в русской группе. Хорошо, без проблем. На каком задаете вопрос, на таком отвечаю. Ага, Сауле, можно ваше имя, фамилию? Макишева Сауле Шукеновна. А типа вас нет у меня, поэтому. Я сегодня первый день. А, первый день, поэтому. А, хорошо. Я с вами сегодня переписывалась и пробовала дыхательную гимнастику. Ага. Я говорила свои ощущения, что было покалывание по всему организму и так далее. Ага, помню. Ага. Да, ага. Но я инвалид третьей группы, заболела я, наверное, скорее всего, в 2016 году. У меня были предпосылки к этому заболеванию, но я лечилась у невропатолога, у травматолога и так далее. Ставили остеохондроз и так далее.
ваш номер мне дал мой брат Айткуны болганда, а это ауылға барғамыз. Сонда сол это Кудай тамақты беріп, сонда отыра алмадым үстелдің алдында. Сонда маған ағам ақан айтады, Кудай Айдана деген кісі бар, көріп көр деп маған. Сосын номер телефонды алдым сіздің. И сумем сізбен хабарласып, осы кеше онлайн программа болғанда, сода қатыстым. Отлично. Отлично, Саля. Да. И теперь, что я хотела сказать. У меня фарингит с молодости. Я вот помню, как я сколько медосмотр проходила, и такой общий медосмотр, и по работе. Мне всегда говорили, что фарингит. Хотя у меня горло не болело, но мне говорили, что фарингит. Но на тот момент... Тогда меня обследовал врач такой, знаете, со стажем, ну, взрослый мужчина. И вот он говорил, что у вас хронический фарингит. Я как-то задумывалась об этом, что где-то я вот читала в интернете, что основная причина, что это ревматоидного, у меня вообще ревматоидный полиартрит, у меня гуляющие, знаете, то у меня может быть болеть... колено, то у меня может болеть это лучезапястный сустав, то у меня плечевой сустав. И когда у нас скованность, мы придаем себе положение, как нам удобно, понимаете? У меня появился вдовий горб. Я поправилась, получается, с 2016 года я поправилась на 20 килограмм. Меня посадили на гормоны, это получается с 2017 года. Какие гормоны принимаете? Можно я запишу? Я принимаю митипред. Ну, смотрите, вот у нас врач была, Горностаева Светлана Юрьевна, она вот от коронавируса умерла, и она мне говорила... Сауле, надо тебе это, гормоны, ты так не сможешь. Но до этого, до ревматолога, я дексаметазол мне кололи в систему. И как-то проходила. И она мне сказала, что тебе нужно гормоны митипред. Ну и я, когда ревматологу поехала, он мне назначил. Я на то время 8 миллиграмм мне назначили, я его пила. И этот метаджек пятнашка где-то, ну, 15 миллиграмм. Но на тот момент бесплатного не было, это 15, мне 20-ка. А 20-ка шприц, он такой автоматический, и я не могла понять, сколько он у меня уходил. Поэтому я где-то, ну, колола уже, наверное, скорее всего, по 20-ке. Можно я просто у вас классический все случай, можно я все расскажу и все? Угу. Ага, все. Просто ничего такого не классического я не вижу в вашем случае. Классический танзилит хронический, классический полиартрит. Я не вижу ничего такого, чтобы там это сидеть и вот так, депрону, все типично. Да, я сама человек, это, оптимистически, ну, как бы, знаете, я стараюсь не сидеть и не плакать над своим болезнью. Отлично. Поехали. Да. Что надо делать? Запишите, пожалуйста. А? Я вам дам план. Запишите, ага, пожалуйста. Ага. Первое. Посмотреть видеокурс. Сесть целиком. Начать делать. Напишите. Начать делать дыхание. А я его просмотрела уже. Ага, отлично. Дыхание, диета, закаливание. Да. Я добавлю еще видео про инфекции, хорошо? Да, вы мне говорили про сегодня. Вот я хотела спросить, какие мне нужно сдать анализы. Надо. Сейчас вот. Теперь напишите, делать дыхание, диета, закаливание. Второе. Третье. Сдать анализы на 4-й неделе. Желательно на 4-й неделе вообще сдаются анализы, потому что у нас сейчас будет с первой недели улучшение, будет потом второй неделе еще улучшение, на 3-й, 4-й неделе можно сдать анализы. Mm-hmm. Анализ называется бак-пассив изъема на микрофлору и чувствительность к антибиотикам. Анализ сдается в инвитро. Есть лаборатория инвитро. Mm-hmm. Именно в инвитро у нас очень хорошая. Вот сейчас вы перед вами все слушали же, да, людей? Да, есть у нас в городе инвитро. Да, все. Это первый анализ. Потом второй вопрос у меня. У вас есть цистит пилионефрит? Есть?
У меня пилонефрит, цистит, ну, цистита у меня нет, пилонефрит. А, давайте сдадим еще бакпаси мочи на микрофлору, тоже сдадим параллельно, потому что мы начнем холод, чтобы у нас не было там циститов, всяких вот таких реакций, да, когда мы начнем холод. Да? Ага. Ага, и вот эти анализы сдадим, смотрите, как мы сдадим анализы. Сперва позвоните в инвитро, как подготовиться, да, узнать, как подготовиться к анализу, да, сдайте анализ. Анализ готовится 5-7 дней. До подготовки анализа мы дышим, диету держим, все это делается, да, закаляется уже, все нормально. Когда анализы будут готовы, вы можете отправить мне на WhatsApp, я посмотрю, и потом мы с вами поговорим на консультации об этом. Либо здесь, когда мы, на следующей неделе, как раз через неделю будет готов, это ваша хроническая инфекция, она никуда там не ушла, не пришла, то есть ничего срочного у нас нет. Вы можете подождать мою консультацию, тогда мы с вами поговорим, как лечить, что потом делать и так далее, и так далее. Но до этого завтра я уже видео вышлю на платформу, и вы обязательно посмотрите, пожалуйста, это видео тоже насчет инфекции. Там я объясняю, как сдавать анализы, потом как мы должны поэтапно постепенно лечить эту инфекцию, и вот так вот так, ну, идем к цели. Угу. Еще, Айдана, я хотела сказать, вот до вашего знакомства я... Ну, у меня воспаление, как бы, вот когда началось, я спросила у врача ВОПа, я говорю, а вот смотрите, бицилин, насчет бицилина, говорю, можно, говорю, мне проколоть бицилин, как-то я слышала об этом, он говорит, ну, давайте, говорит, бицилин, и он мне назначил один раз в неделю на месяц, но я его не начала так и колоть, думаю, вначале, думаю, как раз вот вы, с вами познакомилась, и вот я хотела узнать. Вот мне они назначают бицилин 5 один раз в неделю в течение месяца. Отлично. Смотрите, во-первых, бицилин не назначается просто так. То есть он, закрыв глаза, просто назначает, как я не знаю, какой у вас там инфекция сидит, и назначаю бицилин. Может, у меня, если бы вы видели, какие анализы ко мне приходят, каждый второй резистентный. Что такое резистентный? Устойчивый. К этому антибиотику, да. Если он устойчив к пенициллиновой группе, значит, он устойчив к бицилину, к пенициллину, к компенициллину, неважно, он выделяет пенициллиазу, он уже устойчив к пенициллиновой группе. Зачем тогда вы будете колоть 3 года в неделю один раз этот бицилин? То есть, видите, да, просто в небо, как будто тыком, да, тыком пальцем в небо, это так не делается. Как делается? Сперва сдается бак-посев. Человек понимает, какая у него инфекция. Потом строго, точечно борется с этой инфекцией. Это не только бицилин. Это еще и... Если он не устойчив к бицилину, это уже, слава богу, классно. А если он устойчив, то нам надо будет бороться совсем по-другому с этой инфекцией. Да? Ну, вы понимаете. Здесь же не просто «Ой, давай». И вы сказали, а, бицилин можно? И врач такой, а, да, давай тогда. Так не делается. Это неправильно. Это неправильно, да, сейчас? Да, ну вот теперь смотрите, вот сейчас я должна 4 недели проходить дыхание и закаливание. Закаливание должна через 2 недели, да, начать? Надо через 2 недели примерно, на второй неделе, в конце второй недели, вот так идет. Ну это я по системе даю со второй недели уже. Со второй недели уже начинаем там. 5 секунд, с очень теплого, вообще теплого. Ну, вот. Да, я поняла, да. А на четвертой неделе я должна, значит, получается, сдать анализы. Да. На третьей, четвертой неделе. Вот по периодам, смотрите, вот у нас прям за это тело, которое у нас вот до самой первой, вы видели ее, не видели, да? Она инвалид первой группы, я с ней разговаривала, она прям по системе идет. То есть у нее обострение на четвертой неделе пошло, потом мы нашли, и надо было прям реально на четвертой покороться, чтобы не было у нее вот обострения. А она так задержалась, это. То есть на четвертой неделе... Третья-четвертая неделя сдаем анализы, и на четвертой неделе уже мы сдаем инфекцию, и потом давим эту инфекцию. Уже иммунитет готов бороться с инфекцией. А просто на первой неделе, на второй неделе у нас иммунитет вообще, ну, окей, проколет тебе бицилин, но от этого никакого эффекта не будет. Да, Айдана, я поняла. Вот я когда сдаю анализы, у меня всегда лейкоциты 9,2. Давайте по существу, пожалуйста.
Время такое. 9:04. А, да. Сейчас, минуточку, подождите, я сейчас спрошу, потом я же никого не перебивала. Ага. 9:02 и 9:04. И у меня всегда вот на локте вот темный, видите, шершавый. Я хоть так вот стараюсь, смотрите, мне даже стыдно выходить, ну, как бы вот открытыми вот такими футболками или еще как-нибудь. Вот это вот получено. Мне почему-то иногда некоторые люди говорят, что это из-за щитовидки. Возможно ли это? Щитовидку я когда сдавала гормоны, у меня они все в норме были. Смотрите, во-первых, кожа – это самый первый орган иммунной системы. Кожа. Поэтому псоритический артрит. Артрит может быть как экзема, как, ну, тоже, да, внешнее проявление. То есть любые, то есть когда еще у нас идет нарушение аутоиммунной системы, невозможно не нарушение эндокринной, невозможно не нарушение нервной системы. Это все вместе идет. Это же рептильная часть мозга. Оно все вместе нарушается. У вас просто что-то в большей степени, что-то в меньшей степени. Например, когда у нас есть, идет ревматоидный артрит, сердце точно оно нарушается. То есть только сердце что-то как-то в большей степени, что-то в меньшей степени. Поэтому насчет лейкоцитов, насчет всех анализов, у вас кровь вообще никакая. Тем более вы на лекарствах, у вас кровь вообще никакая. То есть это не... Тем более лекарства сейчас не бросаем. Думала, я ответила на ваш вопрос, теперь перехожу к другой. Все, спасибо, до свидания. Спасибо большое. Ага. Так, дальше идем. Так, Ахбота Емес. Так, Молодец. Я... Енді оның сразу бір күнде біреуі дайын болды, яғни ол жаңағы асылы. Что, асылы дайын болды ма? Қанша болып тұрасыз? 111. А, нормально 111. Ну, смотрите, при спокойном асыл стрептокок может быть. То есть мен миллион нәрседе көрдім анализде, когда асыл спокойно, а стрептокок тамақтан шығып отырады. Сосы, енді айтайын дегенім, тамақтан тапсырдым мен өткенде сізге. Қайта-қайта шықтым, олар сұрады маған, қай жерден тапсырасың, қай жерден тапсырасың деп. Сонымен сол, оны мен білмей бардым, сосын бұрын тамақтан аламыз деп, тамақтан алды. Енді ол 8 күнде дайын болады деп, ол келесі четверг дайын болады деп, тамақ болса. Осы четверг болады. Сосын бүгін бір не келіп тұр да, менде чувствительный на... Вопрос қандай? Четко айтсаңызшы вопросты? Жоқ, енді мен сол... Енді четверг күні последний шығады, мен әлі білмей тұрмын, ол инфекция жаңағы шықпаны шықып бар ма, жоқ па. Енді оны мен сізге қалай айтам, келесі панделі консультацияны күтем ба? Я, кенже, келесі панделі күтем, сіз өмір бақи өмір сұрбатыс ол инфекциямен. Ол ешқайда кетпейді, ол ешқайда асығыз емес, как бы ешқайда асығыз. Айде, ватсапыңызға жібере берейін ба дегенім ғо? Жоқ, ватсапқа жіберсеңіз мен қараймын, бірақ мен жауап бермеймін. Мы просто стараем, звуки, консультации даже берем. То есть я же выделяю время для вас. То есть, да, понимаете, да? Мне просто кладут в них трудно, мне лишь надо еще не айти там, потому что мне шикмашка, блин, четверг, когда им было идти трудно, сон вчера идти. Так, асло спокойно, это уже хорошо, но я говорю, что при спокойном асло, спасибо, спасибо. Прям, бейте бусю мумпен. Енді менде арқылы менен жаңағы неге чувствительность неге антибиотикке дайын болып тұр ма болды қалған анасаға не дайынемес да сұраққа жауап бердім деп ойлаймын күтеміз онда келесі понедельник да бәрін давайте келесі понедельник у вас же идет улучшение состояния мы куда мы торопимся мы никуда не торопимся нет келесі понедельник сізге қалай көрсетемін деп сұрап жатырмын. Осылай көрсетесіз мені. Мені осылай көрсетесіз. Қағазбен да? Шығарып алайын ба? Оқи аласыз ғой сіз деген, оқи аласыз ғой. Айдана менде мынау шықты деп. Жақсы рахмет. Қиындастырмаңыздаршы қыздар, вообще қиын емес нәрседі, қиындастырмайыншы. Так, сөйлестім, кенжегүлмен сөйлестім, аяқ әзір. Жақсы, кенжегүлмен сөйлестім.
Гульжан. Ага, теперь да. Гульжан. Так, у нас идет по списку, ребят. Друзья, кто поднял руку, у нас же по очереди тут стоит же. Очередь 11 человек. Так, профессор, здравствуйте. Саламатсыз ба, қалайсыз Айдана ханым? Жақсы, шүкір, слушаю вас. Аха, менде үшінші апта почти заканчивается, бірақтан әлі біткен жоқпын да. Менде бірінші аптада дыхание өте жақсы болған. Прям ана инфекциямен только видеоларды қарап шық деп айтқан сіз бірінші аптада. Екінші аптада мен кіре алмай қалдым. Сіз как раз операциядан кейін кірген кейін күндіз бір болды ғой, ол кезде мен кіре алмай қалдым, ол кезде жұмыста едім. А вот мен айтайын дегенім екінші апта. Помню вас, открытие, бірінші неделе, да, после ковида у вас ухудшение состояния было. Все мы с вами разговаривали, я помню все. Я. А бірақ екінші аптаның жартысында менде не болды ау деймін, обострение болып бастады ау деймін, не, слабость өте күшейіп кетті. А просто слабость, не болды? Ал? Не боль, слабость, да, просто? Боль, мынау, сүйектер қақсады кәдімгідей, мынау, сүйектерім ше, аяғым мұздап, сүйегім қақсап, мен дыханиемен ана нені жақсы көретін едім ғой, дұрыс ше, шамам кеме қалды ғой, кәдімгідей, шамам кеме қалды. Сонда да дыханиені жасайын десем, сол кезде задержка дыхания только 30 секунд и 45 секундқа жете алдым. Ага, а вы смотрели, почему у вас вот это обострение было? Может, горло болело, вот что-нибудь такое есть? Жоқ, ол кезде тамағым ауырмады, бірақ ана сүйектерім қатты қақсай берді. Сүйек қақсағанға дейін, что было? Стресс был бы какой-то, я не знаю, что было? Да, стресс это точно был, потому что мен жұмыстан вовремя отпуск алам деп шығалмадым, и еще семейные проблемы сондай-сондай болып қалды, да? Но стресс точно был, в то же время точно стресс был, да. У вас триггер идет, помните, после короны же у вас вот это все началось негізі? Негізінен у вас идет стресс как триггер на самом деле, ну горло тоже есть ангина, но на самое ужасное для нас влияет стресс. Для нас самое ужасное для аутоиммунки это стресс. Стресс, менде бір әйел бар тоже, ну в русской группе она, у нее дома сидит стресс, у нее дома сидит муж, ее триггер. Она улучшается, хорошо становится, триггер келет, ее клад, и опять вот это все. Она сидит с этим триггером. Ну, что я могу сделать? У нее дома триггер. Дома у нее вот, не надо инфекции. И дома вот этот муж сидит, который нервы ей делает. Ага, ага. Надо принять эту ситуацию, Жанна, Зульфия. Не надо стрессовать. Все контролируй. Вы видите, насколько я спокойная? Мне реально спокойная. Мы вы? Порой идет, бать, что там они? Ну, как-то отвлекаться надо, знаете, вот. Принять ситуацию надо работать с этим стрессом. У вас стресс идет как триггер. Хорошо? Запомните это. Так, я вас отправляю на анализы, кстати. Давайте отправим на анализы. Айдана ханым, бірдеңе айтайыншы. И потом, вот, бірақта, вот слабость, ана, қатты терлейтін болдым. Есть тело, бірақта бетінен басқа жерін бәрі терлей береді. Аяғым мұздап терледі. И потом, ана, вот, сізге айттым ба, айтпадым ба, тіземде қатты ісік бар еді, екі ай болып қанет, отек были у меня. Да. И потом она, мен бірінші аптада мен есті қаған едім, или третий неделде, или четвертый неделде вы можете пойти от анализге дегендеріңізді, да? Да. В общем, бүгін ревматологқа бардым. Сол кезде қатты слабость болады, қатты обострение болғанда, в общем, частный, нормально, я думаю, что частный, нормально, ревматолог таптым деп ойладым бүгін. Ана местный неге барған жоқпын, тоже нормальный ревматолог табыңдаршы деп айтатын едіңіз ғой. Иә. Нормально неғыл ревматологқа деп. Солған барған едім, анализді тапсырасыз ба деді, хорошо тапсырдым. Но сіз ана не деп жіберген инфекцияны қарағанда айлты, айсты, сойы деп жазғасыз ғой, айтқасыз ғой. Ана инфекцияны бір қарап шыққанда бакпаси бірдеңелермен түсінбедім. Ол кезде ана анализдер түсінбедім, если честно, түсінбедім. Когда сіз өзіңіз жібересіз, сөзде барам деп қойып қойдым да, бірақтан итак, соя, айлта, айстын тапсырдым бүгін. Бүгін ғана. И бүгін тіземді тексергенде, и потом синовит деді мені. Синовит у вас на коленях, синовит уже жидкий, уже қоюланыватыр деп сөйтті. Что нужно делать это? Синовит, ол айтты, алып тастау керек, сары су деді, сары су.
синовит деп айтылады екен. Сізде прям шамадан тыс артып кеткен, сол үшін натюктағы бойыңыз и так көп жүріп қойғасыз, көп нагрузка беріп қойғасыз, салмақ нормаль сізде, бірақтан көп жүріп қойғасыз деп, тана жерде ше. Синовит это воспаление, да, у вас идет. Я воспалениеден жиналып қалған ғой деді. В общем, короче, нормально этот неде көп деді. Алдыңыз деп атыр соны. Алдыптыңыз. Ничего страшного. Алдыптыңыз. Да. Сол енді мен ақылдасайын, үйдегілермен алдырпа дейді ғой дегенім, айтты, үйдегілеріңіз ауырып атыр ма, или вы ли, короче. Правильно, вот хорошее слово, мне надо это слово учить. Зульфия, мне реально надо это слово, ребят, выучить. Потом, он, да, вот она, этот, или месяц-полторы, или два месяца операция халам демесен, он, да, девчит, короче, сындыр должен. Ну, правильно алдыр... говорит, правильно, ритматолог. Сон как раз консультация это с Зембраус тоже с раньше деп не қылдым, а то отек кет баратыр, слабость осыдан да болу мүмкін дейді. Ана эксуатат дей ма не дейді? Короче, вот этот жидкость убирают они. Аллопеция дейді ма бір нәрсе, тоже забыла, бір нәрсе петия да. Алпсайды ол бана, сізде просто воспалительный процесс сильно болады. Алпсайды ма жидкость? Но это временный эффект, вы же понимаете, Зульфия, что это временный эффект. То есть сейчас вы аутсайд, да, у Брикай нормально была, вам не надо стрессовать, да, вам не надо триггерить свой артрит. Если вы опять будете триггерить свой артрит, вы опять заболеете, вы опять вот это воспаление будет. То есть опять аутсайд. О, как мне, каждая аутсайд нормально? Каждая аутсайд. Солшен, не, солшен, со сцены говорят, да, что это аутсайд керек, я, конечно, уже казан. Хатта не болса, воспаление болса, алғызу керек. Но что это? Біздің задача не повторять это. Не повторять это наша задача, да? То есть вы понимаете, да, что она может повториться, если вы будете вот стрессовать, у вас триггерит, да, это, тогда она повторится, да? То есть наша задача не повторить это. Я объяснила теперь правильно? То есть у нас проблема не в том, чтобы делать эту операцию или не делать. Это вообще легкое на все, на самом деле. Это не такое сложно, как вы думаете, да? Делать или не делать ЕМС. Вы же делать, вы бы делать, брак, чтобы потом не повторилось у нас вот это делание. Угу. Потом Айдана ханым, андай, бүгін енді не қылды ғой енді, сол мен анау басқалардан сұрап отқанда, у меня никаких ангина ауырмады, тамағым ауырмады деп отсам, то, что уже точно знали, то, что у меня стресс был. Да, енді сол от стресса риска не болып кеттім ғой мен, ухудшение болды ғой. Но сонда да дыханиен жасай алмасам да контрастный душ алып жатырмын, прям ұнаватыр ол маған. Да, конечно. Лучше, Унайда, вы воспаление снижает, настроение улучшается. Блин, можно? Я. А там более стрессоустойчиво было у вас, более спокойно было. Я жене так была. Женесіз, а на стрессе, сөзсіз женесіз. Просто барго біз екшіне вақыт керек болып қыда, а она операция жылсы салып, сәл вақытты жене керек, то бізге вақыт керек болып қыда, чтобы восстановить организм. Ага. Ана врач айтады маған, мынау нені не қылу үшін кішкене обостренияларыңызды полиартрит болып кетті, уже полиартрит болып артриттен деді. Сізде тез активно страшно жүріп атыр деді. И физлечение мен андайды қоссаңыз дұрыс болар еді деп атыр. Не істейін? Физлечение и иглотерапия қош жерші дейді. Ну, иглотерапия нет. Это полное, да. Физиолечение именно теплом нет, потому что это инфекция. Инфекции будет много. Вы же горло еще не проверили, Зульфия. Когда будете проверять горло? Это тапсер, если не тапсер? Тапсер, напишите себе в тетради, пожалуйста. До следующей недели, чтобы дали горло. Ну, я немного против насчет тепла и физиолечения. Они с теплом же вроде что-то делают, да? Я против этого, потому что инфекции много станет. А кейін еще влог деген нәрсе айтты. Влог, оказывается, очищение крови бір нәрсе екен ғой, лазерный. Он да сидит, но это сколько денег там просит? Нет, не знаю. Соны енді пока бастайын ба, бастамайын ба? Да, мы сами свою кровь очистим, хорошо? Мы сами там дыханием очистим. У нас организм сам почистит, ребят.
Анализы, как вы сказали? Скажите, пожалуйста, бакпасев везёва на микрофлору и чувствительность к антибиотикам. Мен вроде соны видео-то айттым, кандай анализ. Почему никто не слушает? Видео-то мен айттым, но 45 минут видео сөйлегенде сон айтпадым, да не мен? 45 минут емес, инфекция и тамақтану, мен инфекция дегенде андай. Инфекция және жаттығу деген жаджырсы көрген астана. Тез-тез айтып кеткес, да, тез-тез. Например, бафатит деген нәрсен. Инфекция и анализ деген бар ғой. Инфекция и анализ деген бар ғой. Я, ол қырмыз көрді айтылған ғой. Айттым, үшет айттым ғой, мен? Я. Инфекция и анализ деген бар. Да, я не забыла. Сіз өзіңізге қазақша ма, сізде курс орысша ма? Қазақша, курс қазақша. Онда бар, курсты ашып қараңыз. Курста анализ и жаттығулар деген модуль бар. Сол модуль іші анализдер, инфекция туралы бар. Вот видео қарамайсыз, сіздің сұрақтар көп болады. Видео қарасаңыз, сұрақтар жоқ болады. Со білмеймін ғой, со инфекция деген қашып жүрмін, тегі таппай қойдым соны. Первый неделя нет, еще я не могу найти соны. Қашып жүрмін. Все, давайте. Жазып алдым. Рахмет. Синовитті алдыра берейін, я? Спокойно. Ладно, там проблема алдыру-алдырмау емес. Вообще алдыру. Но, вы понимаете. После это. Да, после да, это да. главная причина у меня от стресса получается, да? Да. Сындам, рахмет, сау болыңыз. Просто Зульфия, мен слишком опытный мама. Ойлы қырғылын көріп саңсың, поэтому... Вот сразу, я мен соны өзім таппай отырғаным, вроде тамақ ауырмады, вроде оно болмады, от стресс точно у меня было. Стресс точно. Ты четко знаешь, сосы менің көріп келдігім де бар емес пе, иттің баласы. Айтана, я смотрю, терпение какое надо с каждым человеком. Ну я же люблю вас. Так, идем. Гюльшат Телегенова. Можно я пройду, а? Так, Гюльшат Телегенова у меня осталось. Потом давайте, Гюльшан, вы пройдете. Гюльшан, как? Ага. Так, Гюльшат Телегенова, Салимен Сизби, слушаю вас. Да, я знаю, как у вас. Что аниме, кызык аңгелер болды. Ана, менде барлығы жақсы, негізі, бір айдан асты айналысып жүргеніме, дыханияны жасап жүрмін. Вы рады, да? Вы рады, да? Да. Просто менде... Сондай бақытсыз болдыңыз, да? Сондай... Түніліп кеткен едіңіз, да, өмірден, честно. Иә, кесел деген жеп қойды ғой негізі. Иә, ең мүмкін де. Иә, содан қазір более-менее, да, адам болып қалдыңыз, иә? Адам боласыз. Иә, кішкене шүкір барлығы сіздің арқаңызда. Ал Аллаға. Ол менің арқам емес, Алла разы болсын. Сіз себепшісіз ғой енді соған. Да. Просто он меня выбрал. Ага. Иә, просто менде не болып тұр, обострение болып тұр, сосын обострение менде бір ай бойы болған жоқ, енді болып тұр да, и цистит болып тұр. О, цистит оқшты болып тұр. А, жақсы болып дейді. Мұзда, мен контрастный душтан мұздай суға өткенмін ғой, со кезде ұжы менде сразу цистит басталды. А, жақсы болып, бұрынғы цистит. Выделение, цистит. Да, обострение. Иммунитет уже, видите, оно уже, видите, вот это стресса больше становится, уже холодный душ уже больше же холодные ванны. Иммунитет слабый, видите, он не выдерживает. Поэтому большинство говорит, знаете, пожалуйста, анализ, манкерик. Я сестритурал видео, то карадный злой, амина, нигзе. Я карадым, бардым, курдым. Анализ, менде тамақта. Я. Стафилококк золотистый болган. Ну да. Там, наверное, у вас внизу Эшерихи коли, наверное, там где-то 80-85% сол болат, да? Он жақсы болды, потому что он ішеміз, да, басамыз, да, ол инфекцияны, біз ары қарай жүре береміз, уже иммунитет еще мощнее будет, еще сильнее будет. Потому что сіз ато ананы, инфекцияны баспасаңыз, сіз ситтің туғызатқан, бірек ауырады содан ғой, иә?
баспасаңыз, ана қайтып, ана сіз не талмайсыз, ары қарай жүре алмайсыз ғой. Суыққа қайтып, ну, жүре алмайсыз ғой. Сол үшін басу керек. Иә, демонозды шитру керек, иә, оны білесіз ғой. Бірінші бакпасев тапсырасыз. Бакпасевтен біз білеміз қандай инфекция екен. Главное, бакпасевті сдать либо в инвитро, да, или олимп, да, ну, олар табады негізі. Бакпасевтен табады именно мачадан. Мачадан любой лаборатория табу керек. Соны тапсырайын, я кинуды неге аптаға дейін. Барманыз. Ну, на самом деле, мен циститпен суққа кірдім специально. Мен кірдім, наоборот, ана салқынна күшті оласын бар, ана воспаление басылады, и только оқаласын. Шо, выделение болып, мен де вообще ужас болып тұрда, соған. Сластим негізі, сластим. Например, ругал, помню, у меня вот цистит болды, мен мұзға кірдім ғой специально, и ана боль басады кәдімгідей күшті болып қалатын, воспаление басады, мен былай істейтін болдым. Потом бана демонозы ішесін, білесің ғой, бірінші, ну, антибиотики, демонозы, травы кете береді, да? И параллельно душ бар ғой, душ, салқын душ бар ғой, и душпен естіпін ана жақты бар ғой, душты салқын душқа жайлап үйретемін, да? Сон воспаление сразу басылады, да, ана қатты ауырып тұрады, да, ащы ауырады ғой, больно. Суықпен істесем, ана басылып қалады, сразу боль басылып қалады. Ну, это постепенно, постепенно, со, конечно, мне кажется, ужасный на себя этот концерт был. Если вот концерт, то я, наверное. Ну, когда идет вот так постепенно, то есть тамақта сол ғой, бізде тамақта пробиотик бар, оралбиотик бар, чөп бар. И потом местный холод бар, то есть, да, вот местный холод. Тавсылай, да, шөп бар, демонозы бар, ну, бірінші антибиотик бар, шөп бар, демонозы бар, и потом местный холод, тоже ана, местный, сыртынан, суықпен. Сосын... Есть көп выделение болатын ғой, мен де қиналатым, вечно молочница, вечно воспаление, мен де хронический аттексит на жағынан, ана, трубам бар ғой, ісіп кеткен, ну, жалып. Сонда болатын, Аллаға шүкір қазір выделение деген вообще жоқ қой, хотя у меня инфекция, у меня есть уреплазма, ну, там есть біршама нәрсе менде, ну, по-женски, ну, вообще хорошо сейчас, вообще ешқандай выделение тұр. Сосын менде тамағым әр екі күн, үш күнде ауырады ғой, бір аптада екі рет түйелдім ауырады тамағым. Ол Гүлшат, содан ғой сізде артрит болып атқан енді, біліп отсың ғой енді. Поработали. Вы тренируетесь, вот метод. Видите, у всех одинаково. Баназайра татим сюлисом, брейвок обострение уотер. Сизде брейвок обострение уотер. Курнизайс бриги лежат. Соски лежат. Сизде обострение был кирек. Был кирек даже. Обострение был тур. Менде айтып тұрмын ғой. Брат тогда өлдім екі рет, үш рет тамағым ауырады. Міне болды қойды-ау деген күн ертесі күн, он ертесі күн тағы да ауырып тұрады солай. Сол үшін тамақ ауырған сайын сізде бана артрит ауырады. Иә. Сол үшін біз қазір ана Золотый Стафилококкпен жұмыс жасап жатырсыз ба қазір, или жасап жатқан жоқсыз ба? Золотый істеп жатырмын. Все, бастадыңыз ғой, главное сөйтіп істей беріңіз. Мен де айтайын ба, бір жарты жыл тамағым ауырған шығар бар ғой, даже тапқаннан кейін бәрін дұрыс істегеннен кейін жарты жыл примерно ана шымырлап тұрады, бірнеңке болып тұрады. Жұтынам ғой, жұтқыншығым ауырады, құлағыммен қосып ауырады ғой, прям құлағыммен қосып ауырады, тамағым қарлығып тұрады, бірдеңке болып тұрады, құлағым зыңылдап тұрады, оның бәрін өткен мен. Алты ай примерно. Алты ай күресесің. Анау бермейді бар ғой, бермейді, анау деген сен күресесің, прям күресесің, Гүлшат. Ол прям күрес бар ғой, көніге бір күрес. Бірақ сосын иммунитет жеңкелгесін, уже лучше тебе будет. Иммунитет ана. Алады, я болады, негізі норма ғой ауырып тұрған, я? Мен просто қорқам, неге қайта-қайта ауырат барлығын істеп отырмын ғой деген сияқты ғой. Это норма, Гүлшат. Норма, я? Қазір сіз бір ай болды ғой тек қана сізде. Әлі ұзақ күресесіз, прям күресесіз бар ғой, аны берілмейді, өлмей берілмейді ана инфекциялар деген бар ғой. Вот ужасно. Я хотела бы придумать такую вещь, которая просто убила бы вся вот эту патогены наши,
которая бы вообще уничтожила, мы бы такую проблему решили, но, к сожалению, пока такой вещи нет. Со орал биотик пайда булганна рахмет айтам, демоноза барына рахмет айтам, потому что она прям реально помогает нашей иммунной системе бороться с инфекцией. Курвоцовой, даже антибиотик муза аз. Ну, никак. Сосын, менде календуланы несін алып, аузымды ішіп жүрген, прям не несіне қарата. Майын алдым сосын, ананы ішкім келмеді уже. Да, майын аласында кешке қарай былай сезін, кешке бірінші ферролымен тазалайсын, ферролымен есін шығарасын. Сосын барып, түсінді, жуасын, түсінді. Содан кейін ана майды аласын, жағасын несіне. Да, содан кейін бәрін өттік қоқсын. Содан кейін ана орал бетікті аласын, сосын шуғаннан кейін, после чистки зубов, ана тамақты шайдынан, ана местный етін, біздің орыл бетікті аласын, сұрасын. Сіз сөйлеп сақаласын түнде. Еще ана орыл бетік бәлесі бар ғой, самый күшті сын, который 5 миллиардов, вечно ана айхертта жоқ. Только айхертта бар 1 миллиард, 2 миллиард, 3 миллиард, да? Ну, ана нелерде. Но они менее эффективны, но они тоже эффективны, то есть лучше, чем ничего. Да, но 5 миллиардов дозы именно солары, что барва. Я хочу как-то сделать так, чтобы, ну, вообще можно же это прям, что пойдла нога на самом деле. Почему 5 миллиардов дозы, почему не 10 миллиардов дозы можно им сделать, да, для нас, для ревматоидников, да, вообще что было от нет порвы. Рахмет, вас посрал жук, сізге көп рахмет. Все, рахмет, сізге. Да, это нормально, нормально. Это нормально. Мы боремся, да? Верьте, так безумно верьте, как безумец надо верить. Знаете, у вас не должно быть идеи даже, что у вас вы больны. Короче, знаете, как будто ворго, оно бы крестко, короче, ворго, либо я все, другого выхода нет. Я выздоровел, все, другого нету у меня. Другого вообще невозможно. Я не вижу такого, что я больна вообще, в принципе. То есть, видите, оно ворго, вера мен крест, да? Еще на Бога надо надеяться. Вот, конечно, это все не относится к тому, как я веду, да, свой курс, но все равно это прям очень важно верить, очень важно надеяться на Бога, знаете. Бэра, иншалла, бэра джахспулат. Все, прийти туда, вперед, да, вот прям прийти. Не надо назад смотреть, не надо вперед, не надо сомневаться. Все, Минджинем, все, вот так прям, вперед. После бізге апта сайын сіз поддержка беріп тұрыңыз, е? Просто я прошла это, Жаным, я прошла, я мучилась довольно долго. Шүкір Аллаға осығанда. Да, все, сау Божен. Возможно, я вот думаю, возможно, есть какие-то вещи, которые действительно уничтожат эти бактерии. Просто мы, наверное, их не знаем. Может быть, мы просто их не знаем. Но антибиотики, видишь, они с хронической инфекцией, они как бы только задерживают, только сдерживают, да, сдерживают, как сдерживание. Так, Алия Бураша, слушаю вас, ваш вопрос. Я же хотела. Да, Гульжан, простите, пожалуйста. Гульжан, слушаю вас. Айдана, я, в общем, 2 недели где-то выбыла, не дышала. Так получилось, что у меня воспаление седалищного нерва было, и вообще жрал майгалдым. Сильная боль, мышечная боль была, вообще 2 недели выбыла. Ну, с завтрашнего дня приступаю. Сейчас его немножко уже легче, потихоньку отпускает. Давайте. Там, короче, получается, грыжа бит. Я сильно переохладилась алдында, прошлый месяц, и вот сюда, видать, оно мне стрельнуло, и все это, видать, обострение было или что, не знаю, в общем. Да. Короче, с колеи вылетела. Там жақсы күштігіл от едім. Күштігіл от едім, главное. Болады ондай, болады. Енді еще, да, все на позитиве, конечно, так же. И с завтрашнего дня опять приступаю. Да, давайте. Все, у меня больше вопросов нет. Всем удачи. Все, давайте. Спасибо. Так, у нас новенькая передохан есть, кстати, давайте, да? Алия Бурашева? Да, давайте с Алией Бурашевой поговорим. Алия? Ага. Салимец, слушаю вас.
Сәлеметсіз. Да, сколько недель дышим, какой диагноз? Я вас запишу. Айдана ханым. Да. Мен. Сіздің Асель Бурашев, сіздің... Мен сіздің... Асель Бурашев, сіздің қызыңыз емес пе? Асель Бурашев деген сіздің қызыңыз. Ай, Асель Бурашев менің қызым. Она же моя однокурсница. Вы же Сатарау. Вы же Сатарау, да? Мен... Не. О, Алматыда ғой. Асель Алматыда, сіз Атыраудансыз ғой? Басқа болар сізде. Ау? Жоқ, мен де Алматыдамын. Мен не... Жоқ, Асель Бурашев. Жоқ, мен келдім Алматыға. Мен біздер Турцияда болдық 2 жыл. Значит, просто одна фамилия. Менің қызым, иә. Асель Бурашев, қызыңыз, да? Или одна фамилия просто? Сіздің видеоны көрдім, мен видеоларыңызды қарап тұрамын. Қызым деп жатыр ғой. Видеоларыңызды қарап тұрамын, көрдім бір видеода уже. Қызыңыз. Все, все. Связь бір түрлі болып тұр. Связь бір түрлі болып тұр. Кеше басқалы. Есіп тұр ма? Да. Сізге жазды мені. Мен видеоны көрдім сіздің. Бір төрт адам қалды. Содан кейін мен переживала соған. Тол мен іліппей қалдым, мен не істеймін деп. Сосын қызыма айтып қойдым ғой. Есіп тұр ма? Да, если ты, ну, задержка, да, я понимаю, задержка, слышно. Мен сол жылауға қалдым, прям балама да қызмадым, мен қалып қойдым, все, жылдарымға дейін, лист уже болды, кіре алмаймын мен мына жерге деп. Мен өзім ана Турциядан келгенмін, бір-екіде сол жақта тұрдық. Сосын, қызым, бір күні сіздің неңізге тағы набор болып жатыр, мама, быстро, давай кіргізейін деп, сол Бурашева, сен менің қызым сізге кіргізді. Сондай қуаныштымын, прямо кіргеніме. Уже 9-ші июннен бері осы занимаюсь сіздің неңізде. Жақсы, мен оған дейін кішкене вирус болып, менде аллергия, астма, аллергический и хобл смешанный. Сосын сол жаңағы наикар. Мен естіп тұрған жоқпын. Қалай болып жатырсыз? Сол ана аллергия маған на лекарство, аллергия антибиотиктерге аллергия. Соны емдей алмай жүріп, пневмония болып кетті менде. Содан осы сізге келіп, ұйықтамадым, таңға вообще кашлы, макрот ұйықтатпайды. Сізге кіргеннен кейін мен қараңызшы, дыханием менің жақсы, ұйықтаймын жақсы. Прямо күшті ұйықтаймын, дыханием ашылып кетті, макроты жоқ менде қазір. Сондай, рахмет көп, прямо сізге осылай кіргеніме. Енді 9 июннан бері менде уже, менде ревматоидный артрит, соны айтайыншы, 10 жылдан бері. Қазір 4 миллиграмм метипрет ішемін и в таблетках, и базовый лефно, бір таблетка. А былай общий состоянием жақсы, просто кейде мына тазбедренный сустав и белім со жақ, оң жағым, дізем, шеу аурат. Ну, бірақ енді шүкірмін, жақсымын. Сіздім, о, жақсы. Мен қатты қуантырмын. Біріншіден, сіздің Асель Бурашева, менің однокурсницам. Да, она меня знает вроде. Курик, я дальше. Екіншіден сізге көмектесіп жатқанына қатты қуанып тұрмын. Ұйықтау деген ол шынымен бақыт. Бұрында да мен ұйықтай алмай қалған кездер болды. Я знаю, что такое не спать. Я это сама знаю, прям лично прошла, что такое не спать. И когда вы спите, вы все, больше ничего не надо, да, примерно? Ұйықтадым, все, да? Спокойно ұйықтадым, рахаттанып, деп өзім прям демалмай. Положение, таба алмайсың қалай ұйықтауға.
Да, мен бір уақытта бір табасын, таң атып атқанда уже қайтадан оянасын. Да, да, да. А это мен қазір енді айтайын. То есть мы не спим, а это митохондрия не работает, аутоиммунға бірден әсер етеді ғой, ұйықтамаған түндері. Шынымен де солай. Енді бірте-бірте жазыласыз. Әлия ханым, все равно сіздің ана нені ангинаны қарап жерейік. Енді сізде аллергия бар, антибиотикке, антибиотик істетпеуге тура келеді. Онда біз орал биотикпен немесе шөппен істететін шығармыз деп ойлаймын, да? Көрейік ана ревматоидный артрит жағын. Поэтому напишите, пожалуйста, анализ, который нужно сдать вам. Аха, если тұр ғой, мен айтам. Если тұр, айдана. Айдана ханым, мен деген бір-екі күнде Уральскіге кетемін. 24-інде тек келемін. Ол анализді қалай мен, пока мен бермейтін сен. Потом тапшырсаңыз да болады. Да, в любое время, любое, которое вы хотите. Келгеннен кейін, е? Да, келгеннен кейін, да. Ну, просто надо проверить, да, нам. Я еще у вас на антибиотики аллергия есть, поэтому... Менде... Аллергия тоже может пройти, кстати, на самом деле. Это тоже не константа, да? Не факт, мен, да? Менде с малых лет ангина болды, а қалай астма болды, менде ангина болмайт бронхит и астма. Она просто вниз ушла, инфекция, просто вниз ушла. Да, да. Да. Это все одна и та же инфекция, она просто туда-сюда гуляет. Вниз гуляет, вверх может пойти, гайморитовый, да, там, одна и та же. Да. Да, астма уже 21 уже год. Да, да. Напишите. Бак-пассив мокроты. Мокроты сдадим все-таки. Бак-пассив мокроты на микрофлору и чувствительность к антибиотикам. У меня даже были такие люди, которые сдавали бак-пассив мокроты и бак-пассив изёва. Бак-пассив мокроты чистые, а изёва выходили бактерии. То есть, видите, здесь тоже разница есть. Поэтому давайте сдадим и мокроту, и изёва сдадим. Ну, на всякий случай, знаете, чтобы я была уверена, что я вас проверила до конца. Бак-пассив изёва на микрофлору. Бак-пассив мокроты. Мокроты, да. Бак-пассив мокроты. И? Мокроты. И бак-пассив изёва. Екеуде на микрофлору и чистительный. Изёва, да? Да, 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 да. И изёва. Ага. На микрофлору чувствительность к антибиотикам. У меня есть, Алия ханым, в этом неделе платформа, да, видео инфекция туралы. Сонда қарап шығыңыз, я ма? Жақсы қарап жатырмын, жақсы. Ага, все. Осы бак-пассив екі несін тапсыруым керек, е? Да, я. На микрофлору, ең бастысы микрофлора и чувствительность к антибиотикам, хорошо? А, чувствительность на антибиотик менде бар уже, тапсырдым недавно. Ага. Бірақ телефонда. Жоқ, ана, бак-пассив шыққанда ол бактерияны определяет, и сол бактерияны қай антибиотик өлтіретін определяет. Біз просто қарай салу керекпіз, да, на самом деле. Біз антибиотик бермейміз ғой сізге, ну, типа, так и так ясно это. Жақсы. Все, жақсы. Осы екеуі, иә? Иә, осы екеуі. Все, сау болыңыз, ем болсын. Ага, менде просто жаңа айтылып отыр ғой, енді түсініп отырмын бәрінде айтқаныңыздың. Просто менде де ана насчет этого астма болар, дыханиемді мен 30 ары қарай шығара алмаймын. 15 минут, 20 минут, но 30-қа жетем, кейде жетпеймін. Дыхание, задержка дыхания. Постепенно, постепенно. Не надо утрировать, не надо прям мучить себя. Постепенно. Мы никуда не спешим, мы никуда не гонимся. Главное, это работает. Даже вот 30 дыханий делать уже работает. Это уже классно. Хорошо, спасибо. Рахмет, Алла разболсын. Все, давайте, давайте. Ага, все. У нас... Да-да-да, уже все у нас уже заканчивается, только их адам галт, Бағлан қалды и Перетхан қалды. Давайте, Перетхан. Так, Перетхан, я вас слушаю. Ага, сау болдыңыз. Да, я вас слушаю. Мен бүгін бірінші күні қатысып атырым. Мен сұрағым сізге, менде тамағым ауырады жасты, и цистит бар. Сосын жас күнінде почкемен ауырғам да. Коронавирустан кейін сол қайрадан ауырып бастадым, неменен, почкемен. Еще коленімде артроз. Мен ойлаймын, менде инфекция бар деп. Потому что менде врачтар паховые лимфоузлыды, қалай,
Соған енді что маған қандай анализы жасау керек? И еще хотела дыханияны қай жерден қараймын? Видеодан қараймын ба? Қалай істеу керек екенін? Қазір. Все отвечу. Так. У вас русская группа, казахская группа? Мен амалы орысша, қазақша сөйлей аламын. Нет, сам курс на казахша. Ага, қазақша группада. О, күшті, күшті. Так, отвечаю на вопрос. Первое, инфекция сөзсіз бар. Сөзсіз бар. Менде қазақша группада инфекция және жаттығулар деген отдельный модуль бар. Сол видеоны қарады. Приложениеден? Приложениеден, да. Приложениен бүйтіп, мен сізге түсіндірдім ғой, сіз мына видеоны көрсеңіз, онда түсініп тұрсыз ғой. Приложение, да? Отдельно инфекция және не деген бар. Міне қазір. Кіресіз приложениені, білесіз ғой, иә? Өзіңіздің курсыңызды ашасыз, сол курстың ішінде видеолар бар. Бірінші апта, бірінші модуль деп тұрады. Сосын ең последний модульда, төртінші модульдің астында инфекция және жаттығулар деген бір модуль бар. Соны басасыз да, сондағы цистит, инфекция 1, инфекция 2 деген бар. Инфекция 1-де видеода танзилит туралы айтылған, ал инфекция 2-де цистит туралы видео айтылған. Сонда сіз екі видеоны қарап шығу керек. Хорошо? Сол үшін жаза салыңыз. Посмотрите модуль инфекция және жаттығулар деп. Модуль инфекция және жаттығулар. Және. То есть, если вы посмотрите это видео, вы все поймете перед Хан ханом, перед Ахан, вы все поймете. Менде сестит, может быть, по неден, может быть, уреплазма, хламидиоз, может, что-то такое может быть? Вообще Систита. Все возможно, но на самом деле там любят жить широкие коли. Ага. Теперь еканчи напишите. Еканчи сдать анализ. Только пока дыхание разоберется, суктушка спин. Раз у вас уже есть цистит, суктушка спин сразу цистит будет, да? То есть, ну типа, пролечим до... напишите, сдать анализ. Бак пассив мочи на микрофлору и зёва. Пассив мочи, потом? Да. Бак-посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам. И конечно, анализ бак-посев изёва. Ага. Бак-посев изёва. И все? Изёва на микрофлору и чувствительность к антибиотикам. Угу. И анализ, да? Да, они одинаковые, просто один из мочи, а другой из зёба. Третий, если напишите, пожалуйста, третий вопрос я отвечу. Напишите. Дыхание. Смотреть по видеоуроку. То есть видеоурок, да, там рассказывается, как дышать, а потом там тренажер написан. Тренажер включайте и дышите просто. Сами сидите, дышите. Хорошо? Все. Все. Можете зайти на тренировку, но это не обязательно. Тренировку калай можно зайти? Как вы зашли на консультацию, так и заходим на тренировку. Вот вы сейчас зашли же на консультацию, вы же нажали вот эту кнопочку. Вот так ставьте. Не только дыхание, да, и задержка дыхания, и все, да, басқа мне не надо. Суға не надо. Вот если вы видео посмотрите, вы все поймете. Там план объясняется. Посмотрите видео, пожалуйста. Чтобы я сейчас вот не сидела в 10 часов вечера и не объясняла по 45 минут, какой план у нас, да? Посмотрите видео. Все? Понятно? Сау-болыңыз. Коп-коп, рахмет. Ага. Так, у нас последние два человека. О, еще. И все. Так, да, три человека, еще один руку поднял. Так, кого же выбрать, типа, Баглан, давайте. Саламатсыз ба. Мен атым Баглан, мен жасым небәрі 17, и мен осы аурумен, ну, реактивный артрит болды менде. И оның себебі, ну, хламидия. Екі рет положительный болды, да, менде. И, ну, менде ешқашан половой акт болмаған. Бірақ мен медресе колледжде оқимын, и осында бізде общественный душ, общественный туалет, Шымкентте оқимын, да, короче.
И кішкентай кезден менде ангина бар и хронический бронхит бар. Бірақ мен атамағым часто емес, очень редко ауырады. И в общем, алдыңғы жылдан бастап, уже декабрьден бастап, сол аура бастады. Менде тек қана пальцы рук, пальцы ног и колено ғана істейтін болды. И менің гормонға отырғыз қойды. И мен 6 ай бойы гормон іштім. И то мен гормон екенін оны білген жоқпын. Кейін бар, баса хинжама центрге барған кезде ғана білдім бірінші. И дәрілер олар көмектеспейді, потому что когда дәрілерді перестаешь принимать, тогда снова начинаются вот симптомы. Да, ты прав. Да. Ну вот. И, кстати, мен осы екі ай демаламда, июль и август. А сентябрьда менде уже қайтан медресе колледжге бару керек, да? А медресе колледжде бізде телефон ұстатпайды. И поэтому қазір надо усиленно лечиться, потому что у меня в дальнейшем не будет телефон. После сентября. Хорошо. Так, вопрос прям четко ясно поставил. Красавчик. Отвечу подробно, да? Так, Бавлан, у нас есть 2 месяца, да, походу? У нас есть 2 месяца. Mm. Хорошо. А первое, я хочу, чтобы... так, ты понял, что ангина и бронхит на самом деле и причина твоего этого заболевания, реактивного артрита. А ты, может быть, разный полиартрит, остеоартрит, неартрит, трилерко, но самое главное – это аутоиммун, то, что нам надо знать. Аутоиммунка плюс инфекция. То, что у вас не было полового акта, и у вас есть хламидия, это абсолютно нормально. То есть хламидия передается, к сожалению, бытовым путем. Даже бытовым путем. Поэтому даже, например, у людей, там, родителей хламидия, и ребенок рождается уже с хламидией, да, то есть... Но у нас, к счастью, есть иммунитет, да, то есть иммунитет, и если мы будем работать с иммунной системой, у нас все будет ок. Да, несмотря на то, что у нас 1 500 000 инфекций, да, у меня тоже 1 500 000 инфекций, но, к счастью, у меня нет хламидии, но у других есть, да, другие, там, уреплазма, еще какие-то, там, микоплазма, ну, я живу с этими, и нормально, все хорошо. Будем работать по 7 статьям. Первое – дыхание, диета, закаливание, да, дыхание, диета, закаливание, диета – это не диета, диета – это мало есть, да, для аутоиммунщиков 1 раз в день есть – это нормально абсолютно. Дыхание надо делать хотя бы 2 раза в день, утром и вечером. Дыхание сразу имеет противовоспалительный эффект, болеутоляющий эффект, сразу меняет биохимию крови, да, ЦРБ, по всем, ну, возобновляет иммунную систему, ну, всю нашу кровь меняет, биохимию крови меняет. А холод, делает очень много вещей именно со стрессоустойчивостью, да, то есть... тоже снимает воспалительные процессы, все воспалительные процессы. Именно стрессоустойчивость, именно кровь мхтоглота, где иммунная система лучше будет работать из-за холода. То есть холод реально улучшает иммунную систему, мощнее делает. Теперь это понятно, да, это все видео посмотришь, там все объяснено, все рассказано, да, делай классику, да, если ничего не делай, ну хотя бы делай классику, да, по классике. Ты вот слышал сейчас, совсем где-то сказал, 8 минут задержки делает, то есть чем больше задержка, тем лучше результат. Тем больше контроля над телом. Это действительно так. Но не надо убиваться, не надо форсировать, да, все постепенно, поэтапно оно само будет. Задержки 3 минуты – это классическая задержка, и ее может делать каждый, да, ну, при тренировке, да, при классической тренировке. Потом, якочем оселем, бзи по инфекциям, надо будет отдельно поработать. Особенно, ну, у нас только 2 месяца, поэтому мы должны тщательно поработать. Насчет того, что у нас 2 месяца этого хватает, да, то есть главное сейчас за 2 месяца сделать это как привычку, как образ жизни, чтобы когда ты пошел на обучение, чтобы это было у тебя как привычка, да, как образ жизни. Чтобы как, ну, как, естественно, кардиоянасана и дыхание делаешь, да, как будто это, естественно, как будто намазал к концерту, да, примерно. Вот, и ненде, холод туда, например, сейчас на данном этапе я 2,5 года тренируюсь, я просто утром встаю, дышу и закаляюсь, 1 раз в день дышу, 1 раз в день закаляюсь, еще закаливание вообще я тай, контрастный душ делаю, ну, потому что моя иммунная система уже полностью восстановилась, мне большего и не надо. То есть мы, мы доходим до предела, да, вот, 7 минут задержка, не до идеального результата, а потом просто снижаем. Снижаем уже нагрузку. Ну, до того момента, как ты хочешь увеличить, да, там, по своему желанию уже будешь идти. Теперь насчет инфекции. Напиши, пожалуйста, анализы, которые тебе надо будет сдать. Бак пассив, давай сдадим.
и бакпасев мокроту сдадим на микрофлору частично с антибиотиком. Это очень важные анализы, потому что по ним будем ориентироваться. Потом насчет хламидия. У тебя уже есть, да, анализы хламидия, которые положительные? Да, мартовские только. Пусть они останутся, пусть они будут. Они из крови у тебя взяты или с бакпосева взяты? Как они брали его? С крови. А, с крови. С крови это просто антитела, поэтому, ну ладно, окей, хотя бы с крови есть. Ага. Но басқа белгілері хламидиозным, жоқ, уретра, ешқандай, менде просто реактивный артрит и все. Все, отлично, отлично. Я думаю, хламидия не виновата в твоем артрите. В твоем артрите, наверное, все-таки горло виновата. Наверное, там же еще стресс у нас, недосыпание, голодание. Да, да. Повторите, пожалуйста, какие анализы надо сдавать? Бак, посев изева на микрофлору и чувствительность к антибиотикам. В инвитро есть возможность сдать в инвитро? Да, да, я волонтерствую. Все, проблем нет тогда. И бак, посев мокроты на микрофлору и чувствительность к антибиотикам. Все понятно? У вас какой курс, на русском языке или на казахском языке у вас курс? На казахском. А все казахша болса, онда там есть, вот она айттым ғой, инфекция туралы бір видео бар менің, екі видео. Қарапшығыңыз, иә, прям четко қарапшығыңыз. Эта болезнь абсолютно контролируема. Ты вот видишь сегодня, даже вот я поговорила с инвалидом первой группы, который сейчас начал ходить, да, и на улице гуляет. Который болеет 20 с чем-то лет, там 30 лет больше, да, например. Эта болезнь абсолютно контролируема, при том, что дыхание и закаливание для нас привычка, как образ жизни, да? Просто привычка, понимаешь? Если мы заведем это как привычку, она будет абсолютно контролируема, легко. То есть никаких таблет, тебя, например, таблетки посадили. Таблетки сейчас не бросаем, таблетки бросаем после улучшения состояния, около 6 месяцев это займет, да, после полного улучшения состояния, потом постепенно бросаем таблетки. Гормоны, да, вот постепенно, это все. Ты говоришь, что у тебя там пальцы ног, пальцы рук, на самом деле это все системно идет, организм системно болеет. То есть просто это на пальцы рук, на пальцы ног это больше дает, да? И еще вопросы, Баглан? Нет, нет, все, спасибо. Все понятно, сал баланс. В следующей неделе, если ты на этой неделе сдашь анализ, на следующей неделе уже поговорим про результаты и про лечение, да, ну, как мы будем именно точно проходить. Но если ты эти видео посмотришь, там все уже понятно, как бороться. Все? Все, спасибо. Все свободно. Так, у нас осталось только два человека. Два человека. Так, это Асия Степанова и Шолпан. Давайте, Асия Степанова. Слушаю вас. Миндея, да, интересно. Енді есіме түсіп жатса, платформада менде инфекция 2 деген ашылмайды, 1 ашылады. Неге? Ойбай, сонда болып тұр ма? Қойыншы, қаз қалисаш, иә? Айдан, у меня тоже, это Гаухар, у меня тоже не открывается второе видео. Все, наверное, системная проблема, я проверю, хорошо? Ага, жақсы. Все, давайте. Так, ага. Так, мне второе видео надо проверить, что-то там не так, значит. Так, у нас осталось Шолпан. Все, Шолпан, поговорим. Да, я. Ага. Саламатсызба. Саламатсызба. Ага, мен. Ну, давай. Обувь видео сделай. Тебе лучше станет. Иди прям. Холодной воды. Ага, слушаю вас. Саламатсызба. Менде бүгін бірінші күн, бәрін көріп үлгерген жоқпын, біразын көрдім. Қазір сұрақтарым пайда болды, сол үшін соңында қосылдым. Менің жұмысым магазинде, мен отырмын, түнгі 2-ге дейін. Жаңағы таңертеңгіге де дыханияға не успевай, кешкі дыханияға да үлгермеймін, 2-ге дейін істейтін болған үшін. Сосын менде сон дұрыс болмайды, бірақ өзім самостоятельно дыханиямен займаться ете беремін ғой, соны сұрайын деген ғой. Или не получится ма, олай болмайды ма? Ага, самостоятельно. Дыхание делается самостоятельно. Дыхание делается один на один. Вы с Тибером, да? Она с группово не обязательно, да? Не обязательно вообще. Не обязательно вообще. Но люди любят, понимаете? Люди любят. Это просто требование для наших клиентов. Но на самом деле дыхание делается сам собой. Консультации важны, да? Вот со мной поговорить, это важно. Вы видите, да, сколько проблем мы решаем. А тренировки это не обязательно. Не обязательно, да?
Ага, сол сұрағым болды. Менде псориаз, псориаздың артрит болды. Да, все нормально будет. Енді бүгіннен бастаймын, өзім роликтерді қарап тыңдаймын. Онда екі аптадан кейін результатын айтып, дальше дош не қосатынын сұраймын, да? Ага, я, походу, сұрақтатып. Болды, рахмет. Тағы да бір рет, бірақ сұрақ. Сіз бағана өткенде айттыңыз да, төрт апта болғанда не көрінеді деп ше, обострение болады, сол кезде бірақ тапсырасыз, а то инфекция көрінбей қалады деп ше. Инвитрада тапсырсақ, көріне береді инвитрада. Ал ингива, алип, медицинский поликлиники көрінбейді. Ну, өтірік. А, маған енді төрт апта болмай, обострение болмай ақ тапсыра беремін онда, иә? Соны түсінбей қалдым. Инвитро болады, инвитро болады. Я еще раз говорю, инвитро можно без обострения. Можно даже антибиотик пить и пойти в инвитро, все равно вытащит. Ага, жақсы, рахмет, кешірім өтінем тағы да. Сау болыңыз. Да, все, давайте. Так, мы радостные, мы закончили все, да, наконец уже 12 человек осталось. Рахмет барлықтарыңызға. Я благодарю Аллаха за то, что имею возможность вам помочь. Спасибо вам. Спасибо за то, что вы делаете дыхание. Я вас люблю. Пусть ем болсын. Я Алла-Тала қолдасын сіздерді. Верьте, безумно верьте, что вы будете здоровы, счастье и здоровье в наших руках. Рахмет, пока. Сізге рахмет, сізге рахмет. А, давайте. Все, завершаю. Сізге рахмет.